Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Нет, там, по-моему, там не так. А как? А, да-да, все вспомнил, да. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. Или все-таки больше. Или... Попробуй еще. Все, вспомнил, все. Чем меньше женщину мы любим, тем так же нравимся мы ей. Александр Сергеевич Пушкин. Стоп, это Жванецкий, по-моему. Давай, все, давай так. Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог. Вот это точно Пушкин. Да. Или Онегин. Александр Сергеевич Пушкин. Точно Пушкин, да, да. Выйдем, да? Они будут нам аплодировать, да? Ну, наверное, будут. А мы будем кланяться. Ну, конечно, будем, а как? А почему? В смысле, а что такое? Не, я имею в виду, вот почему они свой восторг выражают вот именно аплодируют, а? А как? Ну, не знаю. Могли бы приседать. Представляешь, всем залом. Хоп! Хоп! Если весь зал приседает, это овация. А если кто-то поскользнулся, сломал ногу, все, фурор. А что такое статус КВО? Я не знаю. Понимаешь, у меня здесь написано вот статус КВО. Что это? Нет, я знаю, что такое статус-кво. Это такое установленное положение вещей, определенное, Слав, да? Слав, я это и так знаю, но здесь же написано... А, КВО. В смысле, это же есть, да, статус-кво? Ну да, правильно. А что же они пишут тогда КВО? Камень. А, ну да, да, все правильно, сейчас. А мы тоже выходим и не кланяемся, а я не знаю, как-то так. Они. Мы. Паноптикум, да? Паноптикум, Лю. Да, но вот это, аплодисменты и кланяния, это тоже паноптикум. Просто, знаешь, мы к нему привыкли. Это такой, ну, своего рода статус-кво. Слушайте, что вы мне со своим статусом кво? Я уже все понял. Камиль, ты чего? Чего? КВО. Так ладно, бог с ним, ребят, давай, поехали. Поехали. Давай. Руки давайте. Быстрее. Ни пуха, ни пера. Добрый вечер. Добрый вечер, дамы и господа. Здрасте. Добрый вечер. Здравствуйте. В эфире программа «Квартет И» на РЕН-ТВ. Спасибо большое вам за то, что вы не понесли свои рубли менять на доллары, а купили билеты на них, а мы уже на эти рубли... Пойдем и покупаем долларов. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Огромное спасибо моей жене за то, что она поддерживает меня во всех моих начинаниях. Вот, например, в этой вчерашней глупой затее запивать огурцы молоком. Спасибо ей огромное. Она здесь. Писать. Спасибо. Огромное спасибо хочется сказать нескольким людям. Это Матвей Табло, Алена Палочка, Николай Семенович Зды, Исаак Соломонович Гавендалер-Гавейлер. Всем этим людям огромное спасибо за то, что они имеют мужество носить такие фамилии. Спасибо. Ну и что, и огромное спасибо вот мужчинам. Это наш экспертный совет. Да. Вот. Это опытные мужчины со своим мнением. Да. Они будут как-то задавать вопросы, какое-то мнение свое озвучивать. Вот и мы включились в борьбу за рейтинг. Вот и мы решили стать по-настоящему медийными лицами. Урвать свой кусок телевизионного пирога. Вот только думаем, не поздно ли, а? Да. Ведь да. Все лучшие ниши уже давно заняты. Права на слова «жопа», «сука» и «говно» на ближайшие 100 лет, сука, выкупленные комеди-клабом. Такими сюжетами, как прыщи, садисты напали на девочку, или безногий горбун утащил на дно пароход, вас развлекает уже канал. Да, собственно, знаете, все каналы. Ну да. Кататься на коньках мы не умеем, есть червяков на необитаемом острове, брезгуем, раздеваться догола стесняемся.
мы не расскажем вам всю правду о Маше Распутиной. Потому что ничего о ней не знаем, а, честно говоря, и не хотим знать. Хотя ноги у нее ничего. Леш, не надо. Ну, это... Не надо. Бог, нет, ноги. Бог с ней. Короче говоря, единственное, что мы можем сделать, чтобы как-то привлечь ваше внимание, это говорить с вами максимально искренне на темы, которые нас действительно волнуют. Вот, да. Сейчас сказал вот эти слова и понял, что... Вот такими словами открывается каждая вторая передача. Какими словами? Ну вот это вот. Будем говорить с вами искренне. Согласен. О том, нормально. Что нас волнует. Ага. А ты бы хотел, чтобы они говорили как? Дорогие друзья, в сегодняшней нашей программе мы будем вам врать о том, что ни вас, ни нас не интересует. Нет, но если собрались врать, ну не надо говорить, что искренне будете говорить. Ну слушай, они в некоторых программах врут нам даже словами «добрый вечер». И что, теперь не здороваться? Не, ну здороваться, ну может как-то... Смотри, давайте по-своему. Придумаем какое-то фирменное свое приветствие, состоящее из двух-трех слов буквально. Mm-hmm. Веслоухие свиньи! Ну... Саша, это что вообще? Ну, обидеться. Ну, кто? Ну, во-первых, свиньи. Хорошо, тогда так. Белки и углеводы, не обидятся вообще. А, жиры обидятся. Нет, нет, белки и углеводы нормально. Да нормально. Ты думаешь? Приветственные слова вообще ничего не значат. Поехали. Давай. Итак, самое время поздороваться. Белки и углеводы, дорогие друзья! Белки и углеводы! Вы знаете, сейчас будет первая глава, и в ней мы очень много будем говорить о женах, о любовницах, о супружеских изменах, неверностях. И потом в третьей главе нашей передачи мы тоже достаточно много будем говорить и о женах, и о любовницах, и о неверностях. Ну, много мы об этом... Да, и более того, в следующей передаче у нас тоже будет много мест, в которых мы будем говорить об изменах. У некоторых может сложиться мнение, что им больше нечего сказать. Им больше ничего не интересно. Они зациклились! Ну что можно ответить таким людям? Во-первых... Это неправда. Неправда. Нет. Нет. Есть еще темы, которые нас интересуют. Конечно. Пожалуйста. Футбол. Да. Книги. Алкоголь. Да. Что еще? Футбол. Футбол. Кино. Алкоголь. Да. Алкоголь, во-вторых, да, мы зациклились. Но нас оправдывает то, что некоторые из нас считают, что возможно прожить всю жизнь с одной женщиной, не изменяя ей. На необитаемом острове. Если она не Майя. Угу. Года три. Не больше. Вот. Поэтому наша первая глава об изменах. Кто не выключил телевизор, я не виноват. Вот представь, уезжает жена на юг на месяц. Повезло. Да. А у тебя здесь вспыхнул роман. Ну, естественно, да. А как же? Ну, естественно, да. Подожди. Ну, а ты же хочешь все по-честному, да? Да. И когда она приезжает, ты ей во всем признаешься. Mm-hmm. И что? Ну, уходишь к любовнице. Ну, и вот представь, ты живешь уже с любовницей, вот, и как-то приходишь вечером домой с работы, а она мою прекрасную няню смотрит. И ей это нравится. А вы с женой всегда... Ну, смеялись над теми, кто эту фигню смотрит. Ну, думают, ладно, ничего, пошли ужинать. И вроде все хорошо, но как-то не по-домашнему. А, вот, она картошку пожарила такими большими половинками. А ты же любишь как? Чтобы тоненькими кружочками, чтобы аж просвечивалось. Ну и сразу вопрос, а когда домой? А потом думают, ну как же, вот, я же уже дома. А потом эти мысли прогнал, говорит, сказал себе, посмотри, какая красавица, ноги длинные, глаза такие, прямо фигура, завелся, ну, прямо здесь же на кухне занялись любовью. Потом пошел в душ и засобирался. Думает, а куда? Сел на ванну и подумал, а как бы сейчас было здорово минут 20 стоять, целоваться с ней, говорить ей, я не могу от тебя уйти, прогони меня. И она, чтобы тоже так, я не могу тебя прогнать. И тут ты понимаешь, что она и нужна была тебе только для того, чтобы от нее хотелось идти домой. И тебе совсем не интересно, что она здесь без тебя делает, где у нее лежат чулки, в чем она ложится спать. Не нужно было тебе этого. И что теперь делать? Вот ты же хотел все по-честному. То есть, получается, есть всего два варианта. Врать и оставаться,
и говорить правду, и уходить. Ни один из этих вариантов меня не устраивает. Как правильно, а? Саша, если ты спрашиваешь, как правильно, то правильно всю жизнь прожить с одной женщиной, с женой, и никогда ей не изменять. Не преувеличивай, Слава. Нет, я серьезно говорю. А еще правильно уступать в транспорте места инвалидам, детям и беременным ими женщинам. Ну и мыть руки перед едой, естественно, тоже правильно. Вот это я могу. Короче так, правду жене нужно говорить только в том случае, если ты ее хочешь не просто бросить, а еще и унизить, растоптать. И когда будешь с ней расставаться, скажи, что она сама виновата, потому что она дура. И с такой фигурой обтягивающие юбки не носят. И борщ мне не надо готовить. Ты это делаешь плохо, уже в 155 раз это надо понять. И еще сковородкой ее по голове ударить. Саш, ну вот это вот такой, знаешь, максимально негуманный вариант. А есть же максимально гуманный. Бросить ее, но не говорить, что бросил. Ну как-то так, не догадается, может. В общем, друзья, свои варианты ответов на то, что говорить жене правду или не говорить, присылайте по адресу Москва, центральное телевидение, улица Академика Королева, 12, редакция программ про супружеские измены. Только не перепутайте с редакцией программ про измену Родины, не дай вам Бог. Да. А правильный ответ мы опубликуем в следующей передаче, на 6-й странице. Не, на 6-й минуте, вот так. Бред, да? Потому что нет правильных ответов на эти вопросы. Да. Или есть. Представляем нашего первого гостя. Дорогие друзья, Андрей Макаревич. О, май гад! Это он! Андрей Макаревич. Андрей Говорящий, это орден практически. Да. Андрей Говорящий. Я вычитал, что у вас была выставка или у тебя. Сейчас мы как? Мы как за кулисами общаемся или как за кулисами? Если у меня одного, то у меня, если еще с кем-то, то у нас. Ага, вот так. Была выставка, и называлась она «50 женщин Макаревича», правда, да? Верно. 50-летию была приурочена, да? Ну да. Нет, это правда, это мы сейчас это не придумали. Это... Правда. Сейчас мне просто интересно, цифры реальны? Нет, надо было выставку как-то назвать. Я думаю, что... Андрей. Нет, так я все-таки спрашиваю, реальная ли цифра? Ну вот, мне просто интересно. Ну нет. Нет, нереальная. То есть значительно больше. Я, честно говоря, подсчетом не занимался, но должен вам сказать, что в молодые годы, когда машина времени только стала бешено популярной. Кучками брали. Да, а силы-то у нас были, конечно, страшные. Вот. Было гуляли, было. Понятно. Спасибо за искренность. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, а вот в этом 50 женщин Макаревича есть немножечко гордости? Ну, не малейшей. Прекратите. На самом деле, я клянусь вам, я к этому названию относился совершенно условно. Мало того, я полагал, что и все нормальные люди это должны воспринимать условно. Ну, 50 портретов. Нет, условно-то условно, но позавидовали-то многие. Там не было ни одного реального портрета. Это, в общем, были женщины все из головы. Абсолютно вымышленные. Но они и есть самые лучшие, как я понимаю, да? Думаю, если из головы. Что да. Да. С ними проще. Да, гораздо. Ладно. А вот почему так получается? Мужчина мачо, для него огромное количество есть названий, и это, в общем, положительно для общества. Там Лавелас, Дон Жуан. Ну да, то есть все так вроде как осуждают, но немножко завидуют. А для женщины название вот такой женщины одно. Что потому за что мы живем в затянувшуюся эпоху патриархата, а о матриархате мы знаем только понаслышке, и все больше какие-то легенды. Но если он все-таки существовал, все было ровно наоборот. А вам, как кажется, вот изначально и мужчина, и женщина одинаково предрасположены, собственно, к изменам, что ли? Я думаю, что женщина гораздо в большей степени. Они, вот это интересно, они как-то живее, понимаете, да? Что они вы... как-то живее, они как-то любознательнее в этом смысле. Мы не знаем, как они друг друга называют в этой ситуации, когда мужиков нету рядом. Мы же никогда не были женщинами. Да, значительно мягче. Может быть, с оттенком зависти какой-то. Вот по поводу Дон Жуана вы сказали. Ведь была же Клеопатра, да, чью ночь покупали ценой жизни. Потом как-то это разрушилось. И вот тут вилка... такая, что разрушилась, либо Клеопатра стала не очень, либо мужики поняли, что да в общем не стоит того. По-моему, все это про Клеопатру придумали хитрые женщины, у меня есть ощущение. Ну, а теперь давайте, девочки, как вы называете друг друга в таком случае, Нонна?
Подожди, я хочу вернуться немножко назад. Я изначально не согласна с формулировкой «завел любовницу». Это мы что же, мы морские свинки или собачки? Почему как нас завел? Хорошо. А нас тоже нет, заводят как любовников. Я, часто говорят, завела любовника. Я не согласна с этой формулировкой категорически. Нет, это вообще мне непонятно. Это какие-то другие женщины. Мне кажется, слово «завела» в данном случае или «завел» имеет совершенно другое значение. А вообще, вы сказали, что женщины больше к этому склонны, но принято считать, что женщина, она хранительница очага, и поэтому она не склонна, и для того, чтобы изменить, ей нужно полюбить. А мужчине этого абсолютно не обязательно делать, он так раз, ху, и обратно. Золотые слова. Это правда. Это правда. Нам не до этого. Нам и так хорошо, мы же очагом занимаемся. Все, так мы, короче говоря, мы договорились. Нам можно, вам нельзя. Все. Вот. Леша, извините. Еще бы это все слышали, вот тогда очень хорошо бы было. И все бы согласились. Если бы еще это Путин внес как закон, четко, нам можно все, им нельзя. Да. Да, сразу после революции, знаешь, да, это, кстати, усиленно пропагандировалось. У меня есть несколько уставов того времени. Семья считалась мещанством, это надо было разрушить. Приветствовалась свободная половая жизнь и... Да. Да, не то, что приветствовалось, это было установкой партии. То есть в советской власти не все было плохо. Ты помнишь свой первый поцелуй? Да. Ну, серьезно? Там, расскажи. Между ними был, знаешь, самый первый был в детском саду. Слушай, ну это... Рано начал, и к 50 вон 50, понимаешь? А потом... Нет, видимо, ну так, чтобы, знаешь, вот после 13 чтобы, лет. С осознанием, ну, да? С осознанием, но... Или, как некоторые говорили, с языком, извините. По-взрослому. Наверное, ужас. По-моему, это было начало 9 класса. А вот просто, трепет. Извините, это было просто начало 9. Точно помню это время. А, начало 9. Трепет жуткий присутствовал. Одноклассница или девочка, может быть, старше? Ну, сейчас еще попросят назвать ее по имени. Нет, совершенно не попрошу, но просто... Практически одноклассница. Обстоятельства. Переменка. Я был, знаете, влюблен без памяти. Она, в другую? Нет? Нет, именно в эту. И мне казалось, что она мне отвечает взаимностью. Просто у меня это как-то быстрее шло, как-то ярче так. Вот. И я ее провожал до дома, и мы долго катались в метро по кругу, не в силах расстаться. Все было очень романтично. А вот что-то вообще в жизни, я имею в виду, во взаимоотношениях с женщиной, что-то вообще способно повторить тот трепет, который был тогда? Нет. А касаясь чего угодно. Помнишь, как ты первый раз рюмку водки выпил? Мы только недавно об этом говорили. Помню. Ну вот, а потом уже не так, правда? Не тоже так. Хорошо, но не так. Ну, не так. Смотря нет, сколько, но... Ну, сколько первых рюмок выпить. Да. Нет, вот да. Мы на самом деле, вот мы недавно спорили, собственно, вот с Лешей, мы разговаривали тоже, и вот он как раз про первую рюмку говорил, а я говорил, что да нет, у меня, по-моему, ощущения сохранились те же. Вот с женщинами, наверное, так, да, то того трепета, наверное, уже нет. А вот про рюмку водки... А хочется вот влюбиться вот так же, как когда-то, прям, ах. Почему вы, собственно, полагаете, что я не пребываю в этом состоянии? Нет, я ни в коем случае 50 женщин, вон, я вижу. Андрей Витальевич. Ну, это знаете, почему он так спрашивает? Потому что у нас какой-то тезис есть такой, что все женщины хотят замуж, даже замужние. Вот. Это хорошее наблюдение. Конечно, становишься несколько спокойнее, чуть-чуть все по-другому начинаешь воспринимать, потому что после окончания всякой влюбленности, окончание, как правило, бывает трагически более-менее, дай бог. Как у людей. Как у людей, да. И ты дико переживаешь по этому поводу. Проходит там года 2-3, думаешь, какой же ты был идиот. Ну что ж тебя так колбасило-то? Ну что ж. Не, ну хороший человек, но не до такой же степени. И когда это происходит десятый раз, ты себя как-то заставляешь уже вспомнить это ощущение. Эту тенденцию, да? Просто опыт пришел, да, и ты уже можешь легче переживать эти там трагические эмоции. Да, может быть, это плохо, а может быть, это и хорошо. А разве не бывает никогда, что ты говоришь, какой же ты идиот, но только по отношению к тому, что какой же ты идиот, что ты так сделал, что ты, например, ее не вернул или по-другому сделал? То есть прошло, очень опытный, прошло и прошло, да? Да. А все делается к лучшему. Все? Абсолютно. Ну, я сейчас очень личную историю расскажу. Можно? Давай.
Я вчера ночью, лежа в кровати со своей женой... В чем ты лежал? Давай, давай. В чем жена была? Значит, не помню, как это началось. Спасибо. Вот, у нас возник спор, относится ли, внимание, Кай Метов и Богдан Титомир, можно ли про них сказать, что они одного поля ягоды? Подождите, секундочку, это еще не все, секундочку. Да. Спор продолжался минут 40. К концу 40-й минуты были какие-то личностные оскорбления уже. Короче, мы поругались, и я ушел в другую комнату. Наташа, я люблю тебя. В тех начальных отношениях, когда только-только, можно спорить даже о Кайметове. Друзья, к нам на программу пришла Наташа, супруга Максима! А программа «Жди меня». Ну что, спасибо большое. Спасибо, Андрей, огромное спасибо, да. Спасибо большое, Андрей Макаревич, за откровенный разговор. Куда напротив природы, и дело дряни лету конец. И только споря с погодой, поет какой-то глупый скворец. Друзья давно отсвистели, и улетая звали собой. А завтра грянут метели, кому ты будешь нужен зимой? А он, чудак, не мог понять никак, куда улетать, зачем его куда-то зовут. Если здесь его дом, и его песни, и его родина тут, и кому весной его трель нужна, ежели весна и без того весна. И кто сказал, что песням зимой конец, совсем не конец. А люди прятались в шубы и поднимали воротники. Какой он все-таки глупый, кому теперь нужны смельчаки? Укрыты снегом аллеи, и он не изменил ничего. Быть может, стало лишь чуть-чуть теплее от одинокой песни его. А он, чудак, не мог понять никак, куда улетать, зачем его куда-то зовут. Если здесь его дом, его песни, его родина тут, и кому весной его трель нужна, ежели весна и без того весна. И кто сказал, что песням зимой конец, совсем не конец. Андрей Макаревич, группа «Бзик». Знаете, стал замечать за собой неприятную вещь такую. Вот рассказываешь кому-нибудь, что кто-то умер. Ну, я не знаю, там, Гена умер, и все такие... Ой. Гена умер. Гена умер. Что, Гена умер? Геннадий умер. И вот в этот момент ловишь себя на мысли, что получаешь конкретное удовольствие. Нет, не от того, что Гена умер. Нет. Тебе жалко Гену, хотя он не самый твой близкий человек. А от того, что ты узнал об этом первым, и сейчас со всеми вот этим знанием так и быть поделишься. Это как в детстве. Вышел во двор и держишь так руку за спиной. Все такие подходят и... Что надо? И раз им так, а там новая машинка. И все такие... Ух ты!
Гена умер. Класс! Не-не-не-не! Ужас какой! Новая машинка! Не-не-не, так. Смотри, точная штука, но там есть разница, потому что, когда ты хвастаешься новой машинкой, то ты не скрываешь радости по этому поводу. Ну да. А вот по поводу того, что Гена умер, ну, тебе как-то неловко рассказывать и получать от этого удовольствие, да? А тем, кому ты рассказываешь, им неловко получать удовольствие от слушания. Ужас какой. Они так услышали все это, вот там, отреагируя, типа, да, ужасно. И разошлись, побежали рассказывать другим. Гена умер! Гена умер! И так медленно побежали, чтобы никто не догадался, что это они бегут. Геннадий умер! Кошмар! Горе-то какое! Слушайте, а вот знаете еще, хорошо, когда у тебя при этом есть какое-то знание, ты знаешь какие-то подробности, тогда у тебя есть алиби. То есть ты не просто пришел похвастать своим знанием, мол, Гена умер, а что-то продемонстрировать. Ну, может быть, кто-то сделает какой-то вывод для себя. Ну, мол, вот как в жизни бывает. Например, там, знаете, от чего? Там же сердце не выдержало. Сердце? Да, да ладно. А кто-то говорит... Подожди, у него же с сердцем всегда все нормально было. А ты ему так снисходительно. А, просто жена ему изменила. Он узнал и в одночасье. Ай-яй-яй-яй. Кто-то говорит, вот она, сука. Вот скажи. Вот она, сука. А ты ему так по-человечески, погоди. Ты погоди ее осуждать. Да. Она же понимает, что это из-за нее все произошло. Ты представь, как ей сейчас тяжело. Вот ей, сука, тяжело. Да. И вот они сидят такие, впечатленные твоей человечностью. А ты ушел, слегка светясь. Почти по воде ушел. И все это за Генин счет. То есть, понимаете, какое свинство? У людей горе, а ты прекрасен. А вот это, представляете, бывает как, ну, облом такой. Ты приходишь, да, рассказываешь, а они все это уже знают. Ой, ужас. Да, это как новый анекдот. Пришел рассказывать, они такие. Там, где Гена умер. Это мы знаем, это смешно. Ну да. И найдется обязательно какой-нибудь мужик, ну, мнением которого ты не очень прислушиваешься, и скажет тебе... А, слушай, ну расскажи мне, я не знаю. Да не, ну, что там особо рассказывать, там, в общем-то... Ну, расскажи, ну, интересно же, ну, что ты... Ну, да, и ты начинаешь рассказывать, а все же знают, и поэтому подсказывайте какие-то подробности. Ты не очень точно рассказываешь. Там не почки, там сердце. Там сердце, и там, причем, жена изменила, поэтому там ты не точно рассказываешь совсем. И в конце рассказа вот этот самый мужик, ну, мнением которого ты совсем не интересуешься, он тебе говорит... А, так я это слышал, только мне про Колю рассказывали, там Коля был, да. Ну, то есть облом. Полный облом. Представляете, что вот в этом смысле лучше всего диктору центрального телевидения. Ведь он сейчас первым на всю страну расскажешь, что какой-то, не знаю, известный Гена умер. Да. Не, хотя нет, он же должен это все бесстрастно рассказать, официально. То есть практически обломать себе кайф. А если бы он хотел рассказать так, как он хочет, знаете, как было бы? Ну, представьте, диктор, программа «Время», там пам-пам-пам-пам-пам, пам-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 
кошмар, кошмар просто. Просто кошмар, даже ума не приложу. А вы что, вы этого не знаете ничего? Ну вы тогда сядьте, 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 потому что лучше сесть. И так, чтобы немножечко покайфовать, он говорит так, а сейчас минута рекламы. Ну и идет реклама без звука в траурной рамке. Да, и только после этого он говорит, да, в общем, Гена умер. Да, ужас, ужас. Вот такой был мужик. Да. Ну а теперь к другим новостям. Сегодня в Кремле премьер-министр Владимир Путин... Вот и смелый, на Путине прервал, молодец. Да, я смелый. А еще есть, знаете, какой свинский нюанс? А, чужая смерть... Это всегда облегчение. Ну как, умер же не ты, но рвануло где-то рядом. Да. Потому что ты же знаешь этого Гена, то есть могло тебя задеть. А в любой, даже самой ординарной смерти есть что-то героическое. То есть ты еще немножечко герой, мог умереть почему-то. То есть получается за Генин счет, то есть вот Гена умер и доставил тебе массу радости. Ну как, ты жив, немножечко герой, и с машинкой. С чего я начал? Я когда стал за собой это замечать, мне стало стыдно, и я перестал так себя вести, перестал так делать. Вот если я что-то такое узнаю, стараюсь не рассказывать. Саша, ну и зачем?
Найдется всегда какой-нибудь человек, который придет, все расскажет, и весь кайф достанется ему. Ну, зато я сдержался и повел себя достойно, и от этого получил удовольствие. Оно, конечно, меньше, но правильней. Хотя обидно, конечно, очень. Не, ну смотри, получается, что ты все равно получил удовольствие за Генин счет. Пусть меньшее, но получил. Ну и смысл. То есть ты сейчас сказал мне, что как бы я ни поступил, я в любом случае козел. Ну, во-первых, да. Конечно, козел. Во-вторых, ты не расстраивайся, Гений уже все равно. А в-третьих, когда ты умрешь, а несколько человек получат огромное удовольствие, рассказывая о твоей я смерти. Я даже знаю эти нескольких людей. Да, я тоже. Александр умер. Саша. Спасибо. Леш, один нюанс. Вот ты сказал, что в любой смерти есть что-то героическое, да? Да. Ты действительно так считаешь? Конечно. Ну, потому что вступил в неравный бой со смертью, но проиграл, она понял, сильнее. Понял, да. Понял. А скажи мне, а вот в том, что баснописец Крылов умер, обожравшись блинами, в этом где героическое? Ну, в этом, пожалуй, хотя... Как посмотреть? Ну как? Он вступил в неравный бой с едой. Да. С блинами. Хотел искоренить на Руси это мучное зло. И довольно долго он побеждал, искоренял. Искоренил штук 50. Но потом они его количеством задавили. Они же были с друзьями, со сметаной и с медом. Да-да-да. И тогда какой-нибудь Брилов должен был написать картину. Такое эпическое полотно. Блины со сметаной убивают баснописца Крылова. Где он такой античный герой, льет на блины кипящее масло и варенье с крепостной стены. Но они там гибнут. Слушайте, раз уж мы заговорили про Гену, да? Кстати, жаль, что он умер. Да, жаль, он умер. Гена, ужас. Жена, я знаю, вот почему про покойных мы говорим либо хорошо, либо ничего. Это что, это их заслуга, что они умерли? Или, например, если это плохой человек, что это получается, это его единственная заслуга, да? Ну а почему нельзя сказать... Правду, да. Правду, как есть про человека. Мы счастливы, что от нас ушел этот... Да. Вот так. Он больше не будет издеваться над женой, спасибо. Бить сына, тоже, кстати, приличного дебила. Саша. А, он жив? Ну, извини. А, господи, как я рад, что больше никогда не увижу и не услышу, как Геннадий плоско шутит, рассказывает похабные анекдоты и сам же над ними ржет один. Особенно я ненавидел Геннадия за то, что... Или там, весь наш коллектив с облегчением вздохнул, узнав о кончине Геннадия. Или там, а Геннадия я возненавидел сразу. В дальнейшем я только укреплялся в своем мнении. И тут встает вдова и говорит, господи, как же вы все правы. Он же мне всю жизнь испоганил, обманывал меня, денег не приносил, маму мою оскорблял. Единственное плохо – слишком поздно. И венки возле гроба. Наконец-то! Эх! От неблагодарных коллег. Гори в аду, подонок! От ненавидящих тебя жены и детей. Переворачивайся в гробу, твои близкие. И последнее – пусть земля тебе будет колючей проволокой! Ребята, не чокаясь. Я всегда мечтал подслушать разговор женщин. Да? Сейчас у женщин есть возможность подслушать разговор мужчин. Сейчас у вас будет возможность подслушать наш разговор с замечательным мужчиной. А мужской разговор обычно пьяный разговор. Так вот, этот мужчина наверняка уже подвыпивший. Итак, дамы и господа, Михаил Ефремов! Встречайте! Человек! Человек со стержнем, с волей! Вот он, Михаил. Вот по прямой линии прошел, доказав. Первый вопрос. Да, нормально. Что вы пили сегодня? Ничего. Прекрасно. Миша, дыхни. Удивительно. Таким вы нам не нужны. Трезвый Михаил Ефремов. Пойдем. Вашему вниманию. Садись, будем пить. Заметьте, не я это предложил. Это не твоя реплика. У нас есть чай, коньяк, и у нас есть коньяк. Что будешь пить? Нет, Лёш, виски настоящий. А, виски настоящий? Да. Чай, коньяк? Чай, коньяк тебе. Чай не лаптем, коньяк хлебаем. Слушай, ты женат? Да. А я поздравляю тебя, и я выражаю тебе сочувствие свое. Я сейчас не ерничаю, а действительно, ну, в женитьбе есть положительные стороны. Они понятны. А, тыл, чего о них говорить не чего интересно. Чего о них говорить, да? Неинтересно. Да, тыл, дом, любимая женщина, действительно, если ты ее любишь. Дети.
Дети, очень хорошо. Но есть и какие-то отрицательные стороны. Дети. Вот, дети тоже, они же. Любимая женщина. Они же, да. Любимая женщина. Скажи, пожалуйста, как с этим жить, как с этим вместе? Семья – это ответственность. Не откусывает ли она там свободы у тебя, например? Да нет. Все. Она берет ее всю. Михаил, а вы писали когда-нибудь эротический СМС? Я недавно научился писать СМС и еще до этого не дошел. Еще пока период полового созревания в СМС не наступил еще. А, Леша, Леша, нет, Слава, я этим значит... отбил все вопросы по поводу порносайта. Я понял. Миша, а бывали ли у тебя в жизни такие ситуации, когда ты приходишь, тебе что-то показывают, говорят, это что? Говорят, что в этих случаях нужно всегда врать. Ни в чем не признаваться. Но это... Посоветуй. Даже если... Да, одно есть слово... Врать это слишком уж как-то так выспрено. Фантазировать. Нормальное, нет, нормальное слово, народное, несознанка полная. Не был, не участвовал. Несознательно. А показывает Томми Пушкин. Несознательно. Несознательно. А алкоголик если ты бьешь жену, если ты не приносишь ей денег, если ты пьешь, она может это все тебе простить. А если ты ей изменяешь, она даже об этом не знает. Но раз узнала, все, конец. Это что? Это знает? Ну, мне просто интересно, почему это так? Это значит, лучше будь же... алкоголиком, Леш. Все. Да? Да, точно, совершенно. А. У нас там есть рояль в кустах, а скорее скрипка в кустах, да? Дорогие друзья, на сцене солист группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка. Олег Скрипка, сейчас у нас будет такой русско-украинский дуэт. Росли мы на одних букварях и на одних песнях. И сейчас, собственно, будет такая песня объединяющая. У нас, да. Я не буду петь, я переведу. О-о-о. Седьмой класс я закончил в Ялте. И у меня по украинскому было У тебя всего 4. 7 классов образования? Нет, в седьмом классе на Украине сдавали с 5 класса экзамен. Понял. Ваши аплодисменты. На Украине сейчас стало модным переводить с одного языка на другой. Вот, и я протягиваю руку дружбы. Сейчас будем переводить с украинского на русский. Да. Прошу я. Я прошу. Хоч напевну мить. Хоть ненадолго. Журба моя. Боль моя. Ты покинь мене. Ты покинь меня. Облаком. Хмарою. Хмарою. Легкой хмарою. Сизым облаком. Ты полети звідси додому. Ти полети, лети отсюда додому. А в смысле, да, ну, отсюда к родному дому. Звідси швидше додому. Штирлиц вышел из пивной и упал лицом в грязь. Он проснется ровно через 20 минут. Эту привычку он выработал в себе за долгие годы работы с в подполье. Бай-бай-бай, бай-бай-бай. Бай-бай-бай, бай-бай-бай. До свидания, до свидания. Бай-бай-бай-бай. Хорошей дороги. Штирлиц вышел из машины марки Volkswagen. Двери машины остались открытыми, он пошел в лес. Ну, помните, он там ходил, почки трогал на деревьях. Эту привычку он выработал. Играло радио. Кто помнит, что пело по радио? Кто пел? Эдит Пиаф. Эдит Пиаф. Je t'en prie. Перевод. Je t'en prie. Même pour un instant. Mon chagrin, abandonne-moi comme une plume, comme un nuage. Ici, vers la maison, d'ici vers la maison. Из-за кустов выглядывал пастор Шлак. Bye-bye-bye.
Существует две морали. Такая официальная мораль, которой вроде как следует придерживаться, и неофициальная, которой все, собственно, и придерживаются. Такая бытовая, житейская мораль. И разница между ними бывает огромная. Вот об этой разнице, ну и еще о многом другом, мы поговорим с нашим гостем. Встречайте уже спевший Олег Скрипка. Первый вопрос. Где наш газ? Отдайте нам газ. Вы мне лично должны 434 рубля. Я просто посчитал, разделил. 434. Леша. Да, я. Была ли ситуация, что я пришел и у тебя украл баллон с газом? Вот, у Леши вот, я. Ну, вот, я 7 лет назад припоминаю, какой-то приходил ко мне. Похожий. Раз, и баллона не стало. Да, и баллона. И баллона не стало, и баллонки тоже. А ты помнишь эту ситуацию? Украли баллон и баллонку. Я на утро шампанское пытался выпить, вообще газа нет. Без газа. Украинцы. Кто это, Олег? Украинцы. А на вечеринке присутствовал Олег Скрипка. Да. Я понял, Олег, ну, на самом деле я пошутил. Можете не отдавать мне 434 рубля. Хотя жаль, жаль. 434 рубля все-таки. Ну а баллон надо вернуть. Баллон, да, баллон верните, пожалуйста. А вот действительно, если это взаимоотношения между конкретными людьми, вот мне вот интересно, а вот могут, допустим, если там Медведев и Ющенко, если они просто вот нормально встретиться и договориться, это вообще возможно, если они просто вот так нормально друг к другу будут относиться? Ну познакомились, оказались нормальные мужики, посидели, может даже немешка выпили, поговорили. Опять вот может решиться этот вопрос именно таким образом? Так, у нас же очень много очевидных интересов. Нет, поэтому... у нас же вот это стандартное было разочарование у народа, ну там боролись две партии, ну вы прекрасно знаете, знаю, там знаю, да. Голубые и оранжевые, там они боролись, а потом возникает в прессе, а оказывается они там, ну, дерутся, бьют морды в парламенте, да. А потом, рада по-вашему. А потом их всех увидели вместе в Ницце, бухают, ну, вместе. Да. Народу они между собой договорились. А народу они обидно. То есть это все театр и это все фикция, ну вот как ваша передача. Ты знаешь, а у нас не так, у нас одна партия и все. Вообще у нас не так. У вас хотя бы есть выбор. Голубые и оранжевые. Выбор небогатый. Леш, послушай меня. Но все-таки выбор. А у нас даже, знаешь, голубым не разрешили по улице пройти. Редкие, кстати, те, которые не разрешили. Они сделали так, что им так стыдно стало, что они стали оранжевыми. Да. Смотри, мы заговорили только что и пытаемся говорить о официальной морали и неофициальной морали. Почему так? Почему вот этот официальный... Почему не сказать, не передоговориться? И теперь мы говорим все правду. И по-настоящему живем не во лжи. Так было бы неинтересно просто. Да? Конечно. Слушай, так вот он и ответил, собственно. А как? Конечно. Ну, это как у актера. У него же должна быть суперзадача сзади. Сзади суперзадача только у голубых актеров. У вас есть дети? Да. Есть. И вот передо мной, например, дилемма. Как воспитывать ребенка? Порядочным и совестливым, тогда ему будет достаточно тяжело в жизни. Или жестким и таким, ну, понимаешь, да вот как? Или мерзким двуличным подонком. Нет, ну вот такого разброса нет, но действительно существует дилемма, потому что я понимаю, вот она приходит, ее обижают, например, в школе. И я ей должен сказать, там, обидь сама или поступи как-то жестко. Или тогда... сделай так, чтобы твоему обидчику стало так плохо, чтобы он никогда в жизни больше тебя не обижал. Да, или я могу сказать, ты знаешь что, уступи. Ну, поведи себя как порядочный человек, есть, как интеллигентный. То есть как правильно, Олег, как правильно, правильно с точки зрения учить детей? Как учить детей? Вот в этой ситуации, где в этой жизни, где успешность и жесткость стала основными достоинствами человека. Ну, сейчас действительно совершенно не важно. У нас синдром Тины Канделаки. Мы задаем вопрос, не даем ответить. Ты меня сейчас Канделаки обозвал, Слава? Нет. Просто, ну вот, уже вопрос прозвучал раза три, Олег. Не понял. Да, я думаю, что мы будем только задавать вопросы, отвечать гости не будут. Ну, можно ответить по существу, но оно будет как-то невесело. Ну, нормально. Люди пришли по просто. Нет, тогда я отвечу глубоко и философски. То, что вы, о чем вы говорите, это
христианская мораль. То есть человечество, Русь жила в эпоху христианской морали, эпоха на сегодняшний день заканчивается. И тот разговор, который мы ведем, это и есть та точка разлома, где эта мораль заканчивается. И сегодня действительно надо и нам самим учиться жить уже действительно по морали бытовой. И детей так надо воспитывать тоже бытовой морали, но не потерять лицо. То есть, с одной стороны, надо кому-то и дать в морду, а с другой стороны, и как бы так дать, чтобы и за это не получить. То есть это... Ну а как? Ну вот, и этому надо и самому научиться, во-первых, то есть, по и научить сути, детей. Мы должны обучать детей так, чтобы только они давали в морду, но не получали. Да. Хорошо, да. Такие майки Тайсоны маленькие. И быстро бегать. Нет, Тайсон нуха откусывал. Это... Ну, он и по морде. Это шоу-бизнес уже. Понятно, да. Олег, скажи, пожалуйста, у тебя была необходимость воспитывать детей в каком-то одном конкретном вероисповедании, или ты сказал, вырастут и сами выберут? Как ты решил? Ну, мне один умный человек посоветовал, говорит, лучше сам придумай, какой твой сын будет и в какой он морали будет расти. Лучше, чтобы отец воспитал сына, даже, может быть, неправильно, чем сына воспитает улица. А кто его научит пить портвейн, ругаться матом, да, играть блатные песни? Нет, это они все шутят. Видишь, они между собой шутят, а мы с тобой серьезно говорим. Так все-таки ты ему даешь книжки про то, как мир был создан, откуда Бог, что он есть или нет? Ну ему год, он еще книжки не читает. Серьезный разговор. А что ж ты сразу-то не сказал, Олег? Нет, дает ему книжки, просто тут пока не... Мы-то нормально, серьезно беседуем, а ему год всего. Разрисовки, раскраски. Еще есть время подумать, как его воспитывать. Значит, я учился в школе, там, в классе в каком-то восьмом, типа, не помню. И мы писали сочинение. И я написал сочинение по произведению «Молодая гвардия». И там в этом произведении был предатель, как-то его, Стахович была фамилия, не помню, как так, по-моему, если не ошибаюсь, да? Вот, тезис моего сочинения заключался в том, что я не беру на себя смелость его осуждать, как-то так огульно его, да, хаять, потому что я не знаю, как бы я сам сумел бы я выдержать эти испытания и сохранить при этом там достоинство и так далее. И это на тот там 87-й какой-то год, 88-й, это... Почему-то вызвало, значит, бурю эмоций в школе. Вот, там учительница литературы, значит, подняла какой-то по этому поводу, сейчас специально для нее скажу это слово, кипиш, чтобы она была недовольна. Вот, и, в общем, там связались с родителями и так далее. А воспитание мной полученное, скорее, было всегда антисоветским. Скорее так. Значит, я помню, как моя мама пыталась найти какие-то тезисы для того, чтобы заставить меня переписать это сочинение. И я с безжалостностью подростка, да, говорю ей: «Мама, как тебе не стыдно? Как ты можешь говорить мне? Как ты можешь заставлять меня там переписывать? Я написал то, что я думаю, это мои мысли». И я помню ее реакцию, которая, зная, как устроен этот мир, вынуждена была какие-то находить для меня аргументы, тезисы для того, чтобы заставить меня это сделать. Вот я думаю, что на вот эта история из моей жизни дала мне очень многое и больше, нежели там, скажем, я не знаю, там чисто антикоммунистическое воспитание. То есть тогда, когда ты видишь, как сомневаются твои родители, когда они убеждают тебя в каких-то прописных истинах, как они вынуждены соотноситься с окружающим миром и до какой степени? И, собственно, вопрос вот в этой степени, где эта степень? Так, в результате ты переписал сочинение? Я не буду отвечать на этот вопрос. Ну хорошо. Спасибо большое, спасибо Олег. Большое, спасибо большое, Олег. Экспертный совет. И сейчас мы попросим Олега спеть песню. Вот, по-моему, она моя самая любимая в вашем творчестве группы «Вопли Ведоплясова». Олег Скрипка займется своим делом. А мне тоже задавали такой вопрос недавно. А почему ты не научился на скрипке играть? Вот это аналогичный вопрос. Я говорю, ну, это было бы тоже неинтересно как-то, масло масляное. Я пойду до реченьки, встречать зирочки, зазрать, как падают ловиты, их же меня мы на брюху пазуху, от игры за квадрики, затанцую радисоны, зрадию до смерти. Йо-о-о.
Поженую за райдо, злечу попит хмарами, передам по радио, проща риде на батьковщину. Весна, 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 прийде весна, 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 весна в гамує, весна, 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 прийде весна, 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 весна. А я вот сегодня сидел на репетиции, ну, когда все это расставлялось. Ага. Ну, там монтировщики работают, все вешают, переносят что-то. И я так поймал себя на мысли, что я еще смогу встать и сказать им: ну-ка, все остановились. И все ведь возьмут и остановятся. Или сказать им там, я не знаю: так, ну-ка, встали, взяли вот рояль и перенесли его вон туда. Быстрее, 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 перенесли, времени нет. И они возьмут рояль, перенесут, поставят. И мне им ничего не нужно объяснять. Даже, пожалуйста, говорите, мне нужно. Потому что, твои подчиненные. Да, потому что я начальник. Да. А на самом деле, они же не знают, что я никакой не начальник, а маленький мальчик. Вот. И что они могут логически сказать: так, мальчик, ты тут что делаешь? Под ногами путаешься. Ну-ка, иди отсюда, уроки делай. Я ведь пойду и буду делать. Потом подошел к зеркалу такой, посмотрел на себя. Не, я же дяденька. Мешочки под глазами, вон, подбородок второй. Да, животик. Животик, да. Дяденька. Главное, никому не проговориться. А то опять заставят уроки делать. Второй раз я этого не выдержу. Спасибо огромное большое. Спасибо, Олег Скрипка, Юрий Костенко. Всегда вас ждем здесь, в России, в Москве. Огромное спасибо. Россия и Украина, братья навек. Спасибо, Олег. Давно мы не говорили про женщин, про жен, про измены, про любовниц. Пол программы просто потрачено впустую. Да, согласен. Сейчас, потому что зрители могут обидеться и переключиться на другой канал, где идет передача «Звезды на свалке» с участием Кая Метова, Михаила Муромова и Богдана Титомира. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Итак, третья глава. Аплодисменты! Спасибо. Знаете, друзья, в первой главе мы анализировали с вами, что можно, а что нельзя говорить жене. Вот смотрите, получается, что и любовнице не все можно сказать. Вот, например, как мужчина может объяснить любовнице, почему он не уходит от жены? Ну, ваш вариант. Готов записать сразу. Нет, Камиль. Да. Камиль, это же на самом деле действительно очень сложно это все объяснить. Конечно, сложно. Но ты любовнице обычно говоришь всегда так. Ты знаешь, у нас с женой очень плохие отношения. Мы вообще на грани развода. Да, да, да. Обязательно звучит вот эта фраза: мы уже с ней 3 года не спим. А, да. И она тогда спрашивает тебя: а что же вы, если вы так плохо живете, что же ты от нее не уйдешь? Ну, подожди. Вот. Хорошая версия. Знаешь, какая? Да. Из-за детей. Ага. Пусть они немножко подрастут. Вот так. Я вот помню себя в детстве, как от нас отец ушел, как я мучился, переживал. Пусть в их жизни это случится попозже. Да, это очень достойная версия, только свинство страшное. А так чаще всего и бывает. Это правда. А вот это еще неплохо сказать. Ты знаешь, жена больна. Да-да-да, вот так. Жена больна. Пускай немножечко выздоровеет, что ли. Или там умрет. Выздоровеет. Да. Вот так немножечко выздоровеет. Слушайте, смотрите, а если жену жалко, можно сказать, что мама болеет. Маму тоже жалко. Да. Теща. Ее не жалко. Ну, а с другой стороны, это не оправдание. А теща тоже человек. Она очень любит Светку, потом она очень переживает за Леночку, за Мишеньку. За Костика. За Костика, вот он. Ползит. Да, ну пусть она тоже хоть немножечко выздоровеет или наоборот, ну в общем, ну, неважно. Да. А вот еще такой аргумент хороший. Мне нужно подготовить. Ага. Нужно подготовить ее. Все-таки она мой близкий человек, жена, мать моих детей. Собственно, вот.
Да, это и готовишь ее, готовишь. Годами ее готовишь. И это еще хорошо. Знаешь, версия чем хороша? Тем, что ты порядочный человек. Угу. Ты должен, ну, да, смотри, согласен. Вот, конечно, такой оптимальный аргумент. Ну, если ты сумеешь его правильно подать. Ты знаешь, надо ним чуть-чуть подождать. Вот так. Очень точно. Чуть-чуть. Но когда ты это говоришь, важно не смотреть ей в глаза. Да, потому что можно рассмеяться. Ну так, да. И еще очень важно не говорить ни в коем случае, чего именно нужно подождать. Да, да. Это вот тайна. Абстрактно, вот чего-то нужно подождать, оно произойдет и потом все решит. Это хорошо, с этим понятно. Да. А вот еще такое большое умение уйти от любовницы сразу после постели. Да. А еще оптимально договориться с ней. Ну, как сразу закончилась постель. А лучше всего, если она сама тебе скажет: слушай, ты торопишься, да? Ну, давай, давай уже, давай, давай. Только вот смотри, куда торопишься? А, смотрите, один раз можно сделать так. Вот произошло у вас все, и ты так нащупал телефон и сделал так. О, боже мой, и убежал. Вообще не объясняя ничего. Ой, все, бах, побежал. Но это можно сделать один раз. Один раз, да. А дальше либо тактику нужно менять, либо любовницу. Согласен. Хорошо, если как-то задействован ребенок. Я все про детей. Да-да-да, но ребенок, смотри, ребенок не должен болеть. Почему? Ну, потому что ты же порядочный человек. Ты не можешь заниматься любовью, когда у тебя дома болеет ребенок. Да, это правда. А еще ты же 100 раз ее динамил под предлогом, что у тебя якобы болеет ребенок. Понимаешь, поэтому... А с ребенком так, смотрите. Если маленький... Купать. Купать. Если чуть подрос, забрать нужно откуда-то из спортивной секции, кружка от бабушки. Да. Надо забирать. Еще можно ее предупредить. Ну, типа, тебе нужно куда-то идти, куда не очень хочется. Ну, не знаю, на день рождения к теще. Так хочу сказать, так поныть, чтобы она тебя пожалела. Ну, там будет неинтересно, скучно, невкусно. Ну, надо, иначе обидится. Да. И вот идеально придумать так раз и навсегда, почему ты должен возвращаться домой каждый день в 9 вечера. Это идеально. Ну, давай, варианты какие? У тебя подъезд закрываем. Не, ну там, не, ну это там ключ. Опс, а ты уже ну, смешной так, нет, вариант. А вот так, так, вот так вот. А ты с детства боишься темноты. Не, ну ты не выходишь. Вырос, ну взрослый, не-не-не. А вот если, смотрите, в 9 часов каждый вечер тебе звонит начальник. Ну проверяет, дома ты или нет. Ну строгий начальник, очень. Дома? Дома или нет? А, я придумал. Не поверит. Так, я придумал. Маньяк! Чего? Ну, у вас в районе, не, даже сказал так, в подъезде завелся маньяк, который убивает всех, кто возвращается после 9 часов вечера от любовницы. Вот так. Ну так тоже, да? Ребят, смотрите, я все придумал, я всех спасу. Давай, давай. А вы с женой привыкли смотреть программу «Время». И как... Леш, с женой нельзя. А, с женой при любовнице нельзя. А с ребенком? Ну... Леш, а если маленькая? 4 года. Купать! А как ее купать? Она блестит уже. Куда уже купать? Купать, да. А, с собакой. А что? Она уже взрослая. Ей 10 лет. Ей 10 лет, с ней можно смотреть программу «Время». А там, глядишь, через 3 года она умрет, и можно будет в 9:30 уходить, понимаешь, домой. Вот. А там, да. Подожди, но я уже к этому времени обещал уйти от жены. В августе, в сентябре. Нет, в сентябре нельзя. Леночка в школу идет, в сентябре нельзя. Ей же 4 года. Купать. Ах, купать. 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 А я же не сказал, в каком сентябре. Понимаешь? А-а-а. Я ухожу. А потом через 3 года еще и глядишь, и собака умрет. Понимаешь? А потом, даст бог, и я умру. И не нужно будет придумывать, почему мне в 9 часов нужно уходить. Согласен. Так вот, смотрите, все эти аргументы прекрасно работают именно до того момента, когда вдруг любовница тебе не говорит: слушай, все, мне это надоело. Я встретила мужчину, он меня любит. Мы с ним поженимся, да. И вот тут ты говоришь, что слушай, я готов уходить от тебя даже в 12 часов, угодно. Да, квартиру снять, как ты просила. А ее это не интересует, она нет и все. И тут ты просто из кожи вон лезешь, чтобы ее вернуть, приводишь какие-то аргументы. И вот она сдается и приходит к тебе, возвращается. И тут вдруг раз, жена заболела, к теще надо идти, и Леночку купать. Надо в школу. Ну то есть непруха. Непруха. Да, то есть смотрите, о чем мы говорим. Любовница, вместо того, чтобы быть отдушиной, иногда бывает обузой. Представляешь, какой ужас. Да-да-да-да. Вот у меня однажды была любовница. Да? Нет, у моего друга однажды была любовница. Кого именно, Слав?
Ну, неважно, сейчас неважно. Смотрите, вот есть у тебя любовница, да? И вы с ней встречаетесь, все нормально, и вдруг она тебе говорит: слушай, ты ни разу мне не оставался на ночь, я так хочу, останься, пожалуйста. А ты говоришь: ну что, мы же каждый день видимся, ну зачем на ночь? Ну, а она говорит: я хочу увидеть, как ты с утра бреешься. Слушай, ну я тебе днем побреюсь, ну какие проблемы? Ну серьезно. Но тем не менее она настаивает, и ты соглашаешься. Предупреждаешь заранее жену, что уезжаешь в командировку. На работе всех предупреждаешь, чтобы они тебе домой не звонили. Хотя зачем их предупреждать? Никогда же тебе домой не звонили, да? Но ты прекрасно знаешь, что если в этот раз ничего им не скажешь, не предупредишь, то они, конечно, позвонят тебе домой. Хотя, ну а как их? Ну вот что ты им скажешь? Вы, пожалуйста, мне не звоните домой, потому что я сказал жене, что уезжаю в командировку. Нехорошо, они же ее знают все, жену. Будут ее потом видеть, думать, бедная она баба. В принципе, да. Это же предательство, нехорошо. Ладно, бог с ним. Перед тем, как зайти в квартиру к любовнице, 4 раза позвонил жене. Последний раз говорил, как будто уже из гостиницы, из другого города. Так преувеличенно уставшим голосом. Слушай, я что-то так устал сегодня. Я, наверное, отключу телефон и засну. Ладно. Она говорит: да, спи, конечно. Ну все, пока. И сразу подумал: блин, ну это чересчур каким-то уставшим голосом говорил. Она сейчас подумает и обо всем догадается. Нужно перезвонить ей. Сколько можно? 4 раза уже звонил. Ну, каких-то мелочах дурацких говорят. Ты же никогда этого не делал. Не нужно хотя бы 15 минут подождать и позвонить. Через 5 минут позвонил, сказал: слушай, я что-то так заснул, сразу какой-то сон плохой такой. У вас там все в порядке? Так. Она говорит: да все у нас нормально, что ты звонишь? Ты вообще где, а? Ты говоришь: как это где? Ну, значит, где это я? А где я еще могу быть? Я в гостинице. Она говорит: да что ты заводишься? А ты вообще там один? Говоришь: конечно, я один. Ты что, меня в чем-то подозреваешь вообще? Я даже как-то по-другому сказал. Конечно, не один. Здесь 8 человек-любовниц. Я так, естественно, засмеялся. В общем, сделал все, чтобы она начала меня подозревать. Нет, вернее так, сделал все, чтобы начать самому думать, что она уже меня подозревает. И что делать, что делать? А, нужно ей позвонить, все объяснить, чтобы она успокоилась. Сколько можно звонить уже? Не нужно звонить ей. Она же все равно не скажет так, как хочется. Потому что оптимально было бы, чтобы она сказала так: мой дорогой, любимый человек, я тебя абсолютно ни в чем не подозреваю. Например, в том, что ты сейчас не в другом городе в командировке, а что ты сейчас в нашем с тобой городе в гостях у любовницы. Я сейчас лягу спать, забуду эти странные твои телефонные звонки, просплю беспробудно до 11 утра, чтобы не беспокоить тебя своими. Я тебя очень-очень люблю. Трахайся на здоровье. Ладно, бог с ним. Но она так не скажет. Не скажет, не скажет. Зашел к ней, к любовнице. 30 минут думал, так лучше позвонить или хуже позвонить, или как позвонить. Тут еще она: как тебе мое новое белье? Я тебе твой любимый салат приготовила, почему ты не ешь? Не мешай мне, я думаю о чем-то, ты же не понимаешь, что ты в не вовремя ты вообще пришла. А, это я к тебе пришел. Отпросился в ванную. Купать? Не купать, не купать. Кто же, себя что ли купаешь? Скупался, отпросился в ванную. Набрал жену и говоришь так тихо, чтобы, не дай бог, она не услышали, соседи, а жена тебе: слушай, что ты так тихо говоришь, а ты: почему тихо? Я очень даже громко говорю, абсолютно громко говорю. И так. Ну вот зевнуть можно было нормально, а? В общем, всю ночь промучился, ни от чего удовольствия не получил, не спал ни секунды. Тут же еще это, не похрапеть нормально, не. 7 утра вылетел пулей от нее на улицу, только куда идти? Вот куда идти? У тебя же обратный рейс в 2 часа, потому что ты же специально купил билеты. Потом показывал жене этот билет и говорил: слушай, ты не помнишь, вот они вот здесь вот раньше писали или не писали? Что-то здесь вот раньше, вот сейчас написали, а раньше, по-моему, не писали. А, писали, ну хорошо, чтобы она увидела, что у тебя есть этот билет. На работу нельзя, ты же там отпросился. Рестораны все с 12 часов работают. Забился в какую-то пельменную убитую, взял пельмени с уксусом, а есть не можешь, потому что нервничаешь очень. Ну нельзя это есть уже. Еле дождался 10 утра, набрал жену. Она не берет трубку. Еще раз сразу набрал, не берет. СМС-ку я написал: почему не отвечаешь? Я волнуюсь. Срочно перезвони, что у тебя случилось? Пожалуйста, ответь, я тебя очень прошу. В общем, 15 смс-ок, 20 звонков. Пока вдруг не понял. Нет, все ясно, она просто вчера поздним рейсом вылетела в этот город, пришла в эту гостиницу и поняла, что меня там
Нет, нет, не так. Она просто меня выследила, сегодня утром видела, как я выходил от любовницы, и сейчас она зашла к ней, и там они друг другу выдирают глаза. Нет, она не отвечает, потому что она все поняла, уже собрала вещи, забрала детей и уехала. Вдруг видит, пельменей нет. Кто-то съел. Так, между прочим, я за свои деньги себе... Отдайте мне пельмени, а кто это вообще? Вдруг понял по изжоге, что сам. Жена звонит. Ну как с ней разговаривать? Ну я не понимаю, как же... Алло. И она такая, слушай, я тут только проснулась, у тебя столько смс-ок и звонков, все нормально, я просто телефон отключила. Только все нормально. Я просто переживал. Как ты там, соскучился, знаешь, в другом городе? Я тебя целую, вечером буду, пока. Сразу такое облегчение. Потому что вечером можно пойти домой. А главное, неделю можно не изменять. Дамы и господа, вы прослушали 2 часа абсолютно бесполезных, ну, может быть, слегка умных мыслей. Не знаю, зачем это было все сказано. Бесполезная передача. Да. В финале нашей программы, конечно же, будет песня, которую, слава богу, будем исполнять не мы. А, собственно, мы просто попрощаемся до следующей передачи. И закончим все народной приметой. Кто рано встает, тому весь день спать хочется. 1, 2, 3, 4. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperado. Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás solo. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo desesperando. Tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Oh, así pasan los días, y yo desesperando. Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Quizás, 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 Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей.
Нет, там, по-моему, там не так. А как там? А, да-да, все вспомнил. Да. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. Или все-таки больше. Или... Сейчас, попробуй еще. Все, вспомнил, все. Чем меньше женщину мы любим, тем так же нравимся мы ей. Александр Сергеевич Пушкин. Стоп, это Жванецкий, по-моему. Давай, все, давай так. Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог. Вот это точно Пушкин. Да. Или Онегин. Александр Сергеевич Пушкин. Точно Пушкин, да. Логистики, вы вслушайтесь. Логистики. И что? Почему они транспортом занимаются? Это же как минимум нелогично. Логистика. Ну, согласен. А кинологи? Пусть уже оставят в покое собак и начнут заниматься кино. Согласен. А эти невропатологи пусть занимаются больными неврами. Потому что нервами должны заниматься нервопатологи. Я в детстве думал, что невропатологи – это такие, ну, средние руки специалисты. А когда они становятся уже такими маститами, да, светилами, ну, их нужно называть, я не знаю, невропотамами. Невропотамы – это бегемоты с больными нервами. А может, ну его нафиг, да? Давай. Ни пуха, ни пера. Все, к черту. К черту, поехали. Добрый вечер, дамы и господа. Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире программа «Квартет И» на РЕН-ТВ. Мы окончательно сформулировали для себя концепцию нашей программы. Это такой, знаете, мужской клуб. Ведущие мужчины все практически, да? Да, все. В гости к нам приходят мужчины. Эксперты у нас мужчины. И поэтому мы хотим, чтобы зрителями нашими были тоже только мужчины. Уважаемые женщины, поднимайтесь, пожалуйста, выходите из зала. Уважаемые телезрительницы, переключайтесь на другие каналы или просто выходите из комнаты, где есть телевизор. Все? Да, это дискриминация, конечно. Но мы здесь о таких вещах разговариваем, так что не надо вам. Действительно. Вот так мы хотели начать нашу программу, а потом подумали, ну а какой тогда смысл, если все, что мы здесь делаем, не будут смотреть женщины? Для кого, собственно, это делать? Согласен. Поэтому, уважаемые зрительницы в зале, оставайтесь. А никто и не собирался уходить? Переключайтесь обратно на наш канал. Ну да, и приходите в комнату, где работает телевизор. И вот наши эксперты, да. Они будут как-то задавать вопросы, какое-то мнение свое озвучивать. Уважаемые женщины, сегодня действительно мы будем говорить... Что-то, что, может быть, вас заденет слегка, затронет, может быть, даже некоторых из вас обидит. Да, мы вас порой обижаем, и порой несправедливо. Бывает. Унижаем, ревнуем, а все почему? Почему? Потому что такие, бывают иногда попадаются. Говоришь ей, говоришь, у нее глаз стеклянный, как бы... Подождите. Не вовремя. Не из-за этого. Ну, попадаются же. Нет, не из-за этого. А просто потому что мы к вам хорошо относимся, правда. Да. Вот смотрите, вот пингвины. Да, мы же их не ревнуем, не обижаем, не унижаем, потому что мы к ним никак не относимся. Но вам бы, я не думаю, что хотелось бы именно так, женщины. Да. Поэтому оставайтесь и смотрите, мы вас приглашаем в свой мужской клуб. Я вот подумал, а что мы все время говорим про женщин? Давайте о чем-нибудь другом поговорим. Ну, о чем интересно мужчинам в мужском клубе говорить? Пожалуйста, о политике. О политике интересно, но так как хочется говорить, нельзя. А так как можно, не хочется, стыдно. Хорошо. О футболе? О футболе интересно, но о футболе уже говорит Вася Уткин. Интересно говорит, хорошо, покрывая собой всю футбольную Россию. Ладно. Кино. Книги, живопись. Саш, я тебя умоляю, да? Мужики остались одни, да, и давай тереть о живописи. Нет. Почему? Может быть, вполне. А у Рубинса, помнишь, баба? Ой, так вот это? Такой вот. Да, Даная. Да. Так, все, я понял. Хорошо, давайте о женщинах. Только в положительном ключе как-то. О, прекрасно, у меня есть замечательная история. Давай. Вот смотри, семья, да? Муж, жена, двое детей. Но. И они прекрасно живут. Ну, и дальше что? Чего, ну?
Ну дальше что? Ну что дальше? Ну, живут нормально, любят друг друга. Да, и он начинает ей изменять. Нет. А, она начинает ему изменять. Да, да нет же, ну у них есть еще знакомая пара семейная, они дружат. А, и они начинают жить вместе. Да не, ну почему? И они просто дружат семьями, и у них все хорошо. Ну, я не понял, зачем ты мне это рассказываешь? Ну, чтобы ты порадовался, как они замечательно, дружно живут. Господи, да и фиг с ними, зачем мне это все знать? Вот, а это то, к чему все стремятся, а не интересно, да? Понимаешь? Интересно. Поэтому сегодня мы будем говорить об интересном. О любви. Ну, можно так это назвать. Вот, допустим, завел ты любовницу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас. Я говорю, вот допустим, завел ты любовницу. Ну что сразу я-то? Я говорю, допустим. Так, не надо, я даже мысли такой не допускаю. Камиль. Допустим. Не допустим. Не допустим обмеления северных рек. Ты чего? Галя в зале. О, Господи. На. Ну, пожалуйста, ну ладно. Допустим, завел я любовницу. Аня в зале. Так, значит, допустим, завел любовницу... Что? А, что? Опа. Все, да. Какой-то человек завел любовницу. Вот так. Мы его не знаем. Посторонний, плохой. Но ему с этой женщиной хорошо. Ну, подонок. Подонок, подонок. Подонок. Галя в зале, смотрят. Да. И ему хочется поделиться этой своей радостью. А с кем поделиться? С близкими. А кто у него самый близкий человек? Жена. Вот. И ему хочется, страшно хочется все ей рассказать. Да, она же обещала быть с ним и в радости, и в горе. А это как раз тот случай. У него радость, у нее горе. Да. Причем, что самое приятное по одному и тому же поводу. Да. И она, как близкий человек, страшно всему радуется, страшно радуется за него. Он приходит такой и говорит, слушай, дорогая, у меня появилась любовница. Ты что, правда, что ли? Да. У папы любовница так, появилась. Так, давай, давай, иди отсюда. Так, мальчик. А? Ну, давай, расскажи, расскажи, какая она? Брюнетка, да? О, блондинка. Это вот как тебе нравится, да? Какого роста? Высокая? 1.77 м. Ой, как я счастлива. Скажи мне, как у вас в постели? Да? Ой, я так рада. А то у меня голова болит, то ты уставший с работы приходишь. Ну что ты стоишь? Ну что ты стоишь? У вас сейчас самый романтический период, да? Беги к ней, беги давай. Подожди, иди сюда. Ай, беги, ой, прелесть вот какая. Ты хотел, чтобы так было, да, между близкими людьми, а? Нет. Нет, я не хотел, чтобы так, но просто это я неправильный пример привел. Но бывает же как, живешь с женой, живешь и накапливаются темы, на которые при ней нельзя говорить, потому что они ее напрягают. Причем да. Темы совсем невинные. Пришел ты с работы. И говоришь ей, слушай, у нас один случай был. У меня знакомая есть, у него есть любовница. И вот он приходит к ней, ты только понимаешь, она уже тебя не слушает. Она говорит. Подожди, это какой знакомый? Слушай, да ну не важно, ну там один человек с работы, не важно. Значит, и он приходит к ней. А, с работы? Володька, что ли? Слушай, ну да какая разница, я же тебе историю... Ой, бедная Марина, бедная Марина. Слушай, я тебе объясняю, там просто смешно, понимаешь? А тебе смешно, да? Что он, значит, любовницу завел. Вот какие у тебя друзья. Слушай, ну с кем не бывает, но человек влюбился. А, значит, и у тебя такое может быть, да? И вот здесь ты должен ответить, что, ну, теоретически, да, может быть. Потому что теоретически вообще все, что угодно может быть. Но ты уже все понял. Поэтому говоришь, нет. У меня такого быть не может. И думаешь, господи, неужели эта глупость ее устроит? А ее устраивает. А меня, знаете, раздражает что? Вроде мелочь, но это важно. Вот рассказываешь ты какую-то историю смешную, там, не знаю, как вы в молодости ездили на трамвае в кафе, а трамвай-кафе сильно переезжал. И поэтому вы открывали дверь, ну, разжимали и выпрыгивали. А один боялся, причем боксер, здоровый армянин Мурадян. Ага. Но он боялся. И в какой-то момент мы его уговорили. Причем рассказали так. Разбегаешься и прыгаешь. И он действительно стоит, разбежался, прыгнул и ударился головой о притолоку. Там, где написано «выход». Вылетел вперед ногами, летит. А мы едем на трамвае, он параллельно летит. Армянские глаза, нос вот такой огромный. Он летит. Метра два где-то. Да, он летит, вот глаза полные ужаса. Вот, пролетел метров 7.
рухнул и еще метров 5 проехал по асфальту и заехал под машину. Га! И бампер держит, смотрит на нас. Ну, вроде смешная история. А вот если при ней рассказывать, было бы так. А, едем мы с друзьями в кафе. Не в кафе. Не в кафе, а в медучилище мы едем. А там действительно они учились в медучилище, а я не учился. И чтобы всю эту коллизию не произносить, я упрощаю. И говорю, в кафе. А ей важно, что в медучилище. Потому что она за правду. Я говорю, ладно, в медучилище. Едем на трамвае в медучилище. Едем, открыли двери. Армянин этот разбежался, прыгнул, летит. Глаза вот такие, полные ужаса. Ну какие ужаса. Глаза? Ну что ты говоришь? Ну как это можно из окна увидеть глаза? Хорошо. Просто лицо у него, лицо такое, вот, на лице ужас. И он летит 2 метра над землей у него. Не, ну он... какие 2 метра? Ну если бы он упал 2 метра плашмя, он убился бы вообще. Метр устроит тебя? Устроит. Метр 85 сантиметров. Вот. И вот он летит... Летит он 85 сантиметров над землей, и 7 метров он пролетает. Ну какие 7 метров, а? И под машину он не заезжал, и тебя там вообще не было. А Вадик это совершенно по-другому рассказывает. Слушай, возьми сама, расскажи, давай. Не, ну чё, я не умею. А чё ты хочешь тогда? Нет, ну это же правда, ну... Что ты хочешь? Что? Ну это же правда. Правда? А мы сейчас для чего рассказываем? Чтобы было смешно или чтобы все узнали правду о армянине Мурадяне? Ой, вечно ты со своими претензиями. Ну и все, и уже ничего не хочется рассказывать, просто говоришь, знаете что, история такая. Один армянин выпал из трамвая и больно ударился. Что? Почему вы не смеетесь? Это чистая правда. Куда вы уходите? Подождите! Я еще массу таких историй знаю правдивых. Например, как я палец дверью прищемил. Я, собственно, вам ее уже рассказал. Что, вам не интересно? Вот так вот. И вот такое накапливается, накапливается. И потом мы видим картину. Сидят в ресторане. Муж и жена. Ужинают. Молча. Сейчас доедят. И поедут домой. Тоже молча. Нет, она его перед сном спросит. Ты завтра когда уходишь на работу? А он ей... 9. Разбуди меня 15:00. Хорошо. Пообщались. И заснули. Это есть их семейная жизнь. Но зато он знает, что в пятницу вечером они с друзьями пойдут в баню. Там выпьют пиво, анекдоты потравят. Может быть, выпьют водки, а там еще чего-нибудь. Ну и домой приходит уже такой пьяненький, поздно. Но он знает, что его никто ругать не будет. Это его законное время. Ему уже постельно отдельно, в зале. Там он может храпеть. У него тазик под кроватью. Ну так, на всякий случай. На следующий день он проснется, выспится, поведет детей в зоопарк. Вечером пойдет с женой, ну или в гости, или к теще. Возможно, или, в ресторан. Может быть, в ресторан. В воскресенье у него дела по дому. И за это его в пятницу отпускают в баню. То есть получается, что он всю жизнь пережидает. Ждет вечера пятницы. Ты обобщаешь, по-моему, так все-таки не у всех. Ага. У некоторых баня в субботу. Вы видите, на экране у нас готовится да, Алексей Кортнев и группа «Бзик». И встречайте! Не только готовятся, но уже прям выходят. Вот они! Алексей Кортнев, ваши аплодисменты! Здорово. Вчера была среда, сегодня понедельник,
А я опять стою без дела и без денег. Но на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах полиуретана. И от привычки улыбаться беспрестанно крепчает кожа на лице. В своих скитаниях по дебрям магазинов мы натыкаемся на трупы апельсинов, где инквизиторы в халатах и лосинах поют над нами, как соловьи, поют над нами, как соловьи, соловьи. Я подарю тебе овощное танго. Но это странно, боже мой, как это странно. Беги, любимая, я знаю, эта ранка ведет к погибели любви. Алексей, идите к нам, пожалуйста, будем с вами разговаривать. Вот мы уже сколько лет мы играем в спектакль, дружим, сейчас наконец-то поговорим. Я не знаю, слышал ты, нет, про мужско-женские отношения. Ты человек опытный. Да. Ты трижды был женат. Ну вот я знаю тебя, я абсолютно уверен, что каждую из жен, да, ну или из женщин, с которыми, да, ты жил, ты любил. Очень. Да. Да. А это были какие-то разные любови? Или, ну, во-первых, это были разные женщины. Да, начнем с этого. Да. Поэтому, но ты был один. Но я был один. Но я тоже был разный. Знаешь, сначала мне было 22 года, потом 32 года. Потом? Сразу. Потом сразу 42 года, вот как сейчас. Один за 10. И это совершенно три разных существа, я тебя уверяю. Я не сомневаюсь в этом. А я вот сомневаюсь. Мне казалось, что люди не особо меняются. Что-то не меняется, но поскольку со страшной скоростью растет ответственность, а это одна из серьезных очень составляющих мужского начала, то я считаю, что и мужское в человеке меняется. Выпью еще раз. Да, давай, молодец. Давайте, нальем. После этой фразы действительно надо выпить, иначе ее не осознать. Меня всегда очень интересовал вопрос. Я, вот я не знаю, ты трижды был женат, да? Да. То есть, соответственно, ты дважды. Как... А детей у тебя двое, четверо. Ну, хорошо. Четверо. Соответственно, ну, трижды жил с женщиной, да, я имею в виду, да? Как минимум. Значит, ты дважды расставался. Да, очень смешно по этому поводу Андрюша Ургант сказал. Это тоже... он не ошибся, это папа Ивана. Это, да, папа Ивана. Да, да. И мы что-то говорили там, вот когда ставили спектакль, тоже о мужско-женских отношениях. И он говорит, ну вот не бывает так, чтобы мужчина с женщиной разошлись просто так, сказал в пылу полемики Андрей. Я говорю, ничего подобного. Вот я был трижды женат и... всех очень любил и хорошо расстался, на что он сказал. То есть первые две умерли. Ну, слава богу, это не так. Нет, это совершенно не так, да. Они живы, здоровы, и это очень хорошо. Вот, Леша, вопрос. Вот я никак не мог, вот я не понимаю, как это нормально расстаться. Вот как расстаться, если ты вот живешь, ну я просто договорю, да, доживешь с женщиной, и ты начинаешь понимать, что все, вот как это расстаться? Да, и по-честному уйти. Как сказать? Если ты уходишь, ты... получаешься победившей стороной. Нет, ничего смысле подобного. Давай, если... научи. Давай. Значит, нужно запастись терпением, да, и за какое-то время сделать так, чтобы ты ей тоже надоел. То есть делать ей пакости какие-то. Нет, 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 не пакости. А ты умнее, чем я думал. Нет, никакие пакости. Как раз, нет, пакости. Пакости привязывают. По большому, ну, счету, да. Если, да, ты делаешь, да, а наоборот, знаешь, ты становишься совершенно елейным человеком, ага, очень ее любишь, но при этом как-то скучно. Это вот скучно вот любишь? Способ. Скучно любишь, да. А расскажи, как это скучно любить? Носишь цветы. Она тебе говорит, поедем к маме, говоришь, поедем. Поедем, да. И едешь. Помоги мне это, выбрать мусор. Выброшу. Да. Да. Отдайте все деньги на... Ну вот как-то примерно так...
Нет, на самом деле, если не делать взаимных подлостей, а их можно не делать, я вас уверяю, то можно сохранить с людьми... Вот ты говоришь, можно не делать взаимных подлостей, но как же всегда бывает, что ты сделал поступок, который ты абсолютно не считаешь подлостью, а он в результате оказывается подлостью. Да, да, значит, пойди и объясни, что это была не подлость, а просто так получилось. У тебя же язык есть? Ты еще умнее, чем я думал. Да. Должна, нет, но это уже вопрос твоей убедительности. Просто убедительности, опыта, умения договариваться. На самом деле, надо уметь договариваться. Во-первых, я всегда любил женщин и женился на женщинах, которые были умны. И умели разговаривать по-человечьи совершенно с людьми. Как ты узнавал? Что-что? Ну что они умны, как ты узнавал? Просто, как правило, это как раз в процессе узнается. А ты еще не знаю, в процессе общения. Я же не сразу же на них наскакивал прямо вот. А сначала разговаривал некоторое время. А есть какое-то среднее время, чтобы узнать, умная или дура? Есть. Минут пять. Ну, на мой какие вопросы нужно задавать, чтобы понять? Чтобы понять? Чтобы понять, умный или дура, если 5 минут ты говоришь, какие вопросы нужно задавать? Или просто предоставить ей микрофон, пусть говорит 5 минут, ты поймешь. Нет, не микрофон, а вот просто наедине как-то, знаешь, посмотреть ей в глаза со значением, ну, тем самым дать понять, ну, щебечи. Ну, давай, да? Щебечи. Щебечи. Дорогие уважаемые зрители в зале, телезрители, когда вы в последний раз слышали глагол «щебечи»? Да, то есть это не название железнодорожной станции в Могилевской, «малые щебечи», да, а именно глагольная форма. Ну, в общем, да, и вот в процессе щебетания оно проявляется. Ты распознаешь. Абсолютно. Вопрос такой важный, наболевший. Когда ты начал лысеть? О. Это я еще не задал вопрос. Да-да-да, я понимаю, да, там вот. Запятая. Когда ты начал лысеть, запятая, да. Не было ли у тебя паники по поводу твоего нравления женщинам? Абсолютно нет, потому что в этот момент у меня особенно закурчавились волосы на груди. И стало понятно, что... сохранение волос. Да, что просто нужно брать другим. Ты действительно гораздо умнее меня, потому что у меня уже тоже курчавились волосы на груди, но я не знал, что это компенсация. Это абсолютно как. Зато ты его гораздо лысее. У меня такой вопрос, а как ты боролся с лысиной? Оп-ля. Ты знаешь, я на самом деле очень рано понял, когда... Знаешь, вот что мне повезло сделать. И откуда ты начал лысеть? Я начал лысеть за лысин. Вот отсюда, да? Снизу поползло, да. А я отсюда. Не, мне отсюда. Знаешь, извини, я скажу сейчас тривиальность, я прибью тебя на секунду. Мы говорят, что если человек начинает лысеть здесь, значит, он очень много думает. Да. Если здесь, значит, он очень хороший любовник. А если и здесь, значит, он очень много думает, что он очень хороший любовник. Хороший любовник, да-да-да. Я понимаю. Известно. Мне бабушка сказала, говорит, Бог за ум лба прибавил. Ага. Да, за ум лба прибавил, понимаешь? Прекрасно. То есть, ну, это именно, за да, ум лба, что, да. Он, на самом деле, значит, знает. Ума и мозгов, Леша, у Леши очень крепкие мозги, мы не раз выпивали, и только однажды, я помню, как Леша даже не то, чтобы он напился, но было это в Риге, мы выпили все, что было хо-хо-хо, в гостинице. Как это не напился? Напился смертельно это, просто. Да, значит, мы выпили все, потом слили все из мини-баров, значит. Причем я утверждал, что это коктейль Long Island Iced Tea. Да, совершенно верно. Слить все, что есть в мини-баре, получается, именно этот фирменный коктейль. А, соответственно, где-то к 5 утра мы стали читать друг другу стихи, свои, чужие. Леш, чуть подробнее. Я думаю, что женщины сейчас должны, конечно, вот просто... Они не могут себе представить такой картины. Что? Вы представьте Рига, себе. 5 утра, мы Рига, гостиничный стихи. Номер, зашторенные окна. Да. Нет, человек окна были 5-6 открыты. Мужиков, женщин нет. Да. Но дело не в этом. Я о мозгах Лешиных говорю, и о крепости их. И расскажите, да. Виторгану, он вырубился раньше, судя по всему. Что там было? Короче говоря, Леша в какой-то момент дошла, к нему пришла очередь читать стихи, и он сделал так. Кто сказал, ребята, я абсолютно все понимаю, только ничего не могу произнести. Было дело, помню отлично. Единственный случай, да, когда на Лёше сказалась выпивка. А почему мы об этом сейчас заговорили? А мы на самом деле вот вопросы про облысение, понимаешь, пошли. Я сейчас закончу про борьбу с облысением. В юном достаточно возрасте, то есть где-то лет, наверное, в 19, попасть на театральный воркшоп, как это тогда называют, ну, лаборатория, мне кажется, в Берлин, ага. Западный. И я туда приехал, совершенно дикий, понятно, да, взлохмаченный человек,
Это год, значит, где-то 86-й. Ну, или бы 86-й. То есть совершенно такой. А у меня тогда во все стороны росли с головы волосы, вообще просто, да, курчавились с такими плавными волнами. И вот я приехал в Берлин, и там в меня влюбилась финская девочка. Очень страшная, очень. Но милая. И я так от этого перепугался, и было понятно, что тут это... Тут ты и полысел, да? Страх и полысел. Страх и полысел. Леша, она здесь. Легкие утки среднего маска. Пуки-тукинен. Вот, и она мне сказала... Она сохранила твои волосы. Она их в какой-то момент... Черный ящик. Сказала она мне, что все, говорит, я в тебе люблю, вот все люблю. Только у тебя ужасная прическа. Ужасная. Это видеть невозможно. А я был такой нормальный советский пацан. То есть волосы вообще не стриг. И они у меня, ну вот реально там, где-то до плеча, где-то вам по пояс будет. То есть, ну, по-разному значит, росли. И я пошел и оболванился прямо там, в Берлине. На лысняк. И она мне сказала, вот, вот так ты покоришь мир. И действительно. И все нафиг. Это финская цыганка. Это финская цыганка, да. И с тех пор я стригусь. Песня – это ода зависти всех лысых артистов одному. Вы поймете, кому. Опять журналы листал, опять меня немножко. А этот просто достал, глядит с любой обложки. Под горку катится вниз моя самооценка. Я тоже лысый артист, но не Куценко. Ай-яри-яри-яй, не Куценко. Ай-яри-яри-яй, не Куценко. Я тоже, кстати, готов сомнения к черту сбагрив, сыграть любовь и морковь и хоть какой параграф. Я тоже налысо брит, а он снимает пенки. Видать, не все, что блестит, уже Куценко. Ай-яри-яри-яй, не Куценко. Ай-яри-яри-яй, не Куценко. И если средь бела дня его я укокошу, напишут не про меня, а что убили Гошу. А я ведь клёвый чувак и лысый, как коленка. Чего ж вам, суки, не так? Ну, не Куценко. Ай-яй-яй-яй, не Куценко. Ходил, собственно, сам Гоша Куценко и пел такие вещи. О, спасибо всем вам, друзья, за лестную оценку. Но дело в том, что и я завидую Куценко. Мне посочувствуйте вы и мой секрет узнайте. Я не Куценко, увы, я Арбакайтей. Ай-яй-яй-яй, Арбакайтей. Ай-яй-яй-яй, не Куценко. Спасибо большое, Алексей Кортнев. Какое я имею право говорить ребенку, не обманывай, я сам иногда обманываю, не обижай, сам обижаю, не желай зла другим, желаю. А какое я имею право требовать это от него?
Может быть, это я делаю, потому что меня самого так учили, а у меня не получилось. Может быть, у него получится. Да. То есть перекладываю ответственность на ребенка. Свинство. Да. И ты говоришь ему: извини, сынок, пересядь на другой стульчик. Хорошо. И ты ему говоришь: извини, сынок, не смог твой батька жизнь правильно прожить так, как учили. Да. То есть не врать, не ругаться матом, не изменять, водку не пить, не заводиться по разным пустякам. А как тут не заводиться, когда приходишь домой, и она сидит, у нее лицо все в огурцах, говоришь ей, говоришь, она вообще ничего не понимает, как об стенку горохом. А эти на работе сидят, штаны просиживают, в домино играют, зарплату зря получают. И этот сосед еще в 8 утра начинает сверлить. А где сосед? Он не сверлит. Я не слышу. Я не работаю. Ну вот как вот тут не завестись? А ты говоришь: сынок, а ты поступи как-то по-другому. Встань утром, поднимись к соседям на второй этаж, позвони и скажи: уважаемые соседи, а не могли бы вы как-то уже хотя бы часика-два не работать? Дайте мне поспать сегодня в 8 утра в субботу. Ну, так же не получается. Батя, идем им в морду въедем лучше. А это пойдем, да. В общем, единственное, что я могу с уверенностью сказать своему сыну, так это: сынок, не засовывай пальцы в розетку. А если уж засунул, не бей по ним молотком. Но ведь этого недостаточно, чтобы он вырос порядочным человеком. Недостаточно. Вот. А я подумал, почему ребенок думает, что все в жизни у него должно быть хорошо? Угу. Потому что он главный герой своей сказки, своей жизни. А он же привык, что у главного героя все хорошо заканчивается. И вот ребенок вскакивает в жизнь и говорит: ну-ка дайте мне Змея Горыныча, сейчас ему все головы поотрубаю. Давайте мне Василису женюсь и заживу долго и счастливо. Смотрит, а вокруг сплошные Иваны-царевичи. То есть главные герои своих сказок. Более того, для многих из них он Змей Горыныч. И это вообще в голове не укладывается. И во второй не укладывается. И в третий. Ну правильно, вот в сказках говорят, живут они долго и счастливо. А как это долго и счастливо? Об этом в сказках ничего не написано. А вообще, так бывает долго и счастливо? Коротко и счастливо бывает. Да. Долго и несчастливо? Да. На каждом шагу. А, скажем, коротко и несчастливо? Да вообще. Очень часто. А чаще всего бывает так. Долго то счастливо, то несчастливо. А вот долго и счастливо. А знаете, почему они нам ничего не рассказывают дальше? Потому что вот у них уже на свадьбе вся сказка закончилась. И началось вот это вот, ну то, что у всех начинается. Угу. Ну вот и представьте, Иванушка спас Василису Прекрасную, и, естественно, они женятся. Свадьба! 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 Пора! Свадьба! Июль месяц! Столовая при фабрике народных промыслов. Столы такие, клеенка вся изрезанная, на тарелке колбаса и сыр такие заветрившиеся, винегрет такой с поволокой. Беляши холодные, зато водка теплая. А на втором плане кухня. И там три такие огромные кастрюли. И на них написано: суп, котлеты и пюре. А знаете, почему пишут? Потому что хрен отличишь суп от котлет. Там все сплошное пюре. А столовая празднично украшена коричневыми липкими лентами, с которых гроздьями свисают мухи. Те мухи, которым места не досталось, они расположились на холодце и на паштете. Да, со стороны Иванушки такие крепкие местные деревенские мужики в белых рубахах, прилипших к спине. Ну, здесь круги под мышками, а дамы деревенские такие с начесами и юбками обмахиваются. Со стороны Василисы тут интеллигенция в первом поколении. Папа в очках, мама с радикюлем. Приехали на Волге. Их за это уже все возненавидели, но пока держатся. Иванушкиного папу сторожат с двух сторон. Слева жена, справа сестра. И обе шипят: не пей, только не пей. Он так добродушно улыбается. Ну чё ж, я не понимаю, что ли. А сам на минералку налегает. Он туда водки налил.
Василисина мама начала читать стихи Ахматова. Анна Андреевна, пожалуйста. Когда б вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда. И на второй строчке Иванушкиного папу стошнило. Нет, не потому, что он Ахматову не любит. Ему на Ахматову, ну, просто время подошло. Понимаете? Две бутылки нарзана и без закуски. Ну как это? Василиса чуть не плачет. Она же мечтала танец жениха и невесты танцевать под вальс Доги. Из «Мой ласковый и нежный зверь». А Иванушка уже на ногах не держится. В итоге танцевала с мамой под «А белый лебедь на пруду». А белый лебедь на пруду качает падшую звезду. Спасибо! Танцевала и рыдала от унижения. Из музыкантов денег хватило только на соловья разбойника. Ему сразу заказали просвистеть Владимирский централ. Он два пальца в рот сунул и ну блевать. Это же у него пятая свадьба, везде подносят. А в разгар события появился Илья Муромец. Да. А, весь страшный, в наколках. Ну а как, он же сидел 30 лет и 3 года. Вот, ну хлопнул 300 грамм водки. У него глаз так загорелся. Он рядом избушку на курьих ножках увидел. И решил все так шикарно сделать. Он сказал тост за прекрасных дам, плеснул ей шампанское в стакан с водкой, ну и пригласил ее на белый танец. А потом за сарай завел ее и прямо на поленице. Ай, красавчик! Под конец приперлось то не знаю что. Выхватила у соловья-разбойника микрофон, долго в него куражилась, обозвало князя Гвидона в рифму. Потом побило музыкантов. Вот. Тем не знаю чем. И ускакала туда не знаю куда. Туда же, кстати, и чайный сервиз ускакал, который Руслан и Людмила подарили. И ложки мельхиоровые вот эти. И этот еще. Я там был, мед пиво пил, по усам текло, в рот не попало. Вот у него всегда так. Течет по усам мимо рта. Это куда же нужно подносить рюмку? У него что, рот не под усами расположен? И это наш рассказчик. Ой, так они, в общем, и зажили. А вы говорите, долго и счастливо. Да, а у Илюши с избушкой все как-то на удивление сложилось. Он так только иногда ей кричит по пьяни. По поленцу тебя раскатаю. А так душа в душу. Ну и что теперь детям рассказывать? Делать-то что? Спасибо. Спасибо. Дамы и господа. Любимый, большой, могучий Василий Уткин. Сюда. Вася! Выходи. Ребят, я сейчас зайду, чтобы было смешно. Постойте, обнимите. Все. Василий Уткин. А, Вася, не так, ну что, здравствуй, милый. Идем, идем разговаривать. Мы тебе диван приготовили. Осторожно. Нас здесь покачивает. Нет, Вася, не ты один на диване. Хотя Леша, неважно, ему везде место. А, я здесь помещусь. Подвинься чуть-чуть. Здесь в ложбинку сунусь. Коньяку мне нальют вообще? Это не чай, я тебе еще раз говорю. Сейчас. А вот виски настоящие. Виски настоящие? Виски настоящие. Нет, я могу коньяк тебе налить. Так, конечно, налей. Давай. Налей. Вася, скажи ради меня, пожалуйста. Вася, скажи ради меня опасный момент. Скажи. Ну, скажи. Это коньяк-чай, Вася. Скажи. А забирает. Вот опасный момент. Все, спасибо. Ну, браво. Знаешь, у каждого в жизни есть такая первая книга, после которой он, собственно, начинает читать. Вот я помню, у меня это был «Робинзон Крузо». Вот у Леши, у него забавная книга «Приключения Карика и Вали». Вы, видимо, поздно начали, и поэтому все помните. Я правда не помню первую книгу. Я все время читал. Ты все время читал? Да. Ну когда ты научился читать? Ну, между 4 и 5 годами. Ну и первая книга была «Олег Блохин. Гол, который я не забил», нет? Нет, ну что? Или инструкция по применению освежителя воздуха.
Кстати, это тоже было интересно. Освежителей воздуха тогда не было, но инструкции были довольно любопытные всегда, это правда. Не-не-не, вот коньяк, а, это чай. Ну да, зачем дисхана? Сейчас будет раздел до и после коньяка. Да, зачем дисхана? Вася, мы потом тебе про женщин зададим вопросы. Выпей сразу все вопросы. Давай. Нет, не чай точно. Ох, вот теперь поговорим. Сейчас, подожди, хорошо. Дойдет до желудка. Вася, а вот с твоей точки зрения, самая красивая женщина, которую ты видел в жизни? Ну, ты тут как не скажи, выйдешь болваном. Нет, нет, почти нет. Почему? Только там не говори какую-нибудь абстрактную. Можно я сейчас отвечу немножечко в стиле предыдущего твоего вопроса? То есть вот женщина, которая впервые произвела на меня впечатление самой красивой. Ну, пусть так. Я сейчас боюсь перепутать, как звали эту французскую актрису, но это та, которая играла Анжелику. Мишель Мерсье. Вот. Как раз я был в нежном возрасте. И, кстати, самое смешное, самое интересное. Поскольку ты так рано начал читать, то твой нежный возраст сколько? Год? Нет, ну я не знаю, когда ее начали снимать, но в прокате было, когда мне было лет где-то 9-10 лет. А накануне я еще читал книжку про Анжелику, в отличие от многих. Ну да. Да, да, да. Это инструкции в основном. И там было волнующее описание сексуальной сцены с юной Анжеликой. Как ее там какой-то молодой человек тискал. Ой. Меня это очень возбудило тогда. Я вот... И я шел на фильм, я ждал этой сцены. А ее вырезали, естественно. Ее там не тискали разве? Ее... Нет, ну так не тискали. Так, как в книге, ее не тискали. Было совершенно не то. Просто я понимаю, себе такое придумал. Как я понимаю, именно с Анжеликой связаны первые разочарования твои в любовном опыте. А, ребят, а вы помните фильм «Табор уходит в небо»? Да! Спасибо! Светлана Тома, когда она там, она немножко раздевается там, и она снимает юбки. И ладно, нет, она уже голая по пояс, она снимает юбки. Она снимает юбок 15, но остается еще 30. А так ждешь, ну вот же, это, может, это последняя юбка. Ну, пожалуйста, ну пусть будет. И при этом приговариваешь, любит, не любит, да? Снимает. Я даже в бриллиантовой руке, вот когда... Светличная. Ох. Всегда надеешься, что можно не обрежут в этот да, момент. Да, она выстрелит и не отвернется. Да. Первая влюбленность, Вася, вспомни. Помню. Спасибо. Вспомнил? Хорошо. Мы просто нет, вас интересует какого рода влюбленность? Я хочу так потянуть время немножечко. В книги, естественно. Или в родину. Нет. Нет. В родину я так и не влюбился. У нас не такие дружеские отношения остались. Это, кстати, по поводу дружеских и прочих отношений с абстрактными понятиями. Я больше всего на свете люблю, вот как мой коллега, футбольный комментатор Владимир Маслаченко, ответил на вопрос однажды в интервью, верит ли он в Бога. Вот как вы задаете на вопрос, верите ли вы в Бога? Владимир Никитич сказал, нормально отношусь. По-моему, это абсолютно великий ответ. Нормально отношусь. А что касается первой влюбленности, естественно, это было в школе, естественно, это была страшная неудача. Естественно, потому что так вышло, что я вошел в школу рано, вот, достаточно рано. Я не вижу, что в полдевятого утра не надо снимать у меня с языка. Нет, вы просто уже насчет полдевятого шутили. Я думал, что вы, как обычно, будете повторять еще свои шутки. Раз повторим, да. Но это же смешно, когда можно сразу с людьми пошутить одинаково. Правда? Из интервью видно, что у нас с Васей хорошие отношения. Дело в том, что я был самым младшим в классе вообще. И поэтому вот именно девочки из класса, которых я видел в наибольшей степени, да, и больше всех с ними общался, вот в этом возрасте, когда будет первые романы, они меня всерьез не очень воспринимали. Ты маленький, что ли, был? Ну, маленьким я никогда особенно не был, но, в общем, в их понимании я был маленьким. А я помню... Что бы они сказали про меня? А я помню ситуацию четко, вот, по-моему, класс 7, а мы в Одессе с Лешей. А в Одессе тоже бывает холодно иногда. Вот мы выходим, мы так, значит, закутались, прям шапки, шарфы, там прям перевязали, все. Такие, человек при слове холодно все-таки первым делом вспомнил именно шапку. Это не случайно. Ну да. А вот идем такие... Он не сказал, там варежки. Там, ну же, руки не облысели, да. И вот идем такие закутанные, и мы видим девушку из параллельного класса. И она очень была красивая, я помню, она идет в каком-то легком пальтишке с развивающимися волосами. Я вот тогда еще понял, что действительно мы для девушек, вот ровесники в то время, маленькие совсем. То есть какие-то мы, ну вот. Понял, опять главный образ были развивающиеся волосы. Вот это подсознание что делает. Вопрос, который мы еще не задавали, а вот первое разочарование по поводу женщин. Вот тогда и случилось.
Вот тогда и случилось, но как, ну вот, собственно, вот так и случилось. Но вот тогда же ничего не получилось. А я имею в виду такое серьезное разочарование. Вот меня, например, извини, я расскажу тоже небольшую, маленькую историю. Меня в 9 классе, прям сразу первая моя, ну, влюблен, скажем, не любовь, но влюбленность. Я ее отбил у своего товарища, а потом смотрю, она и стал с ней встречаться. Потом смотрю, на больших переменах она куда-то исчезает. И почему-то исчезает и мой товарищ в этот момент. И при этом он просит ключи от дачи. Никак, время большой перемены. Я никак не сопоставлял это. А потом однажды мы приехали на эту дачу мою, я крал у родителей ключи и ездил на дачу и целовался там с ней. Она говорит, ой, так хочется выпить. А я в 9 классе даже не мог подумать о выпить. Я говорю, я не знаю, где, у меня нету. Она говорит, ну сейчас, подожди, секундочку. Так, раз, говорит, ох ты, смотри, вот бутылка вина. И я потом только понял, что она приезжала туда с ним. Спустя годы. Спустя годы, да, у меня открылись глаза, и это было жутко. Не, ну не спустя годы, я понял это, и у меня было жуткое разочарование, потому что я был так воспитан, и так я и ощущаю до сих пор, что если любовь, то это навсегда. А я, знаете, вот вспомнила, я не про книжки, я про первую любовь и первое разочарование, да. Тоже из Одессы. Приехала, первую любовь встретила в Москве, потом он приезжал в Одессу делать предложение, потом все закончилось. И вот очень хотелось тогда, мечталось, вот, а я назло, я вот покрашусь, вот оденусь, вот приду потом как-нибудь, вот стану звезда, приду, он видит, какая я, и вот так пожалею. Ты же звезда-то стала, ты пришла. О том, что... Вот я об этом и говорю, что сейчас-то уже, когда вот это вот спустя много-много лет, уже, конечно, никуда не хочется приходить и кому-то что-то доказывать. А вот он сидит дома и думает, да, смотрит на жену и думает, большая разница. Нет, он-то сидит и думает. Слушайте, а у вас в Одессе какие-то разочарования сплошные? Да. Просто откровенные люди. Вась, скажи, пожалуйста, что сейчас интереснее, что больше доставляет удовольствие? Ты играешь в спектакль, ты комментируешь футбол, ты работаешь на Эхе. Ты ухаживаешь за женщиной. Не, ну это все-таки из другого разряда. Что интереснее, и может быть что-то еще появится у тебя, что... Вот я понял, что из другого разряда все-таки гораздо интереснее. Вот вы все здесь, вы обсуждали здесь разные ситуации, вот встреч и расставаний мужчин и женщин, да? Вот это еще пока не обсуждали. Когда-то, некоторое время назад, я испытывал романтические чувства к одной девушке и встретил еще и другую. У меня никаких обязательств перед первой еще не было. Ну, у меня просто были такие нежные отношения. Да. И я оказался в ситуации, когда у меня практически на равной стадии было 2 романа. При том, что я, в общем-то, никого не обманывал. Нет, вы это не обсуждали, понимаешь? Да, да, да. Вот. И настала ситуация, когда я как честный человек, этого вы не могли обсуждать, да. А я как честный человек, я понял, что я должен выбрать. Вот. И я выбрал в пользу своей новой симпатии. Просто потому, что она новее. Нет, не поэтому. Третий. Не поэтому, нет. В том-то и дело. Я выбрал по другим причинам. Мне просто, я вот думал, как же так, я мучился, терзался и так далее. Вот. И сейчас я понимаю, насколько неправильно я выбрал. А вот тут они смеются. А? А я, в общем, трагедия. Я вчера встретился с этой девушкой, с которой я тогда расстался. Ну и как? Ты способен? У меня есть четкое совершенно убеждение того, что я сейчас был бы с ней счастлив. Но сейчас ты можешь быть с ней счастлив, если ты вчера встретился? Но она родила в прошлом году. Ну, не хорошо, может. Тоже смешно. Сразу появляется... Тоже смешно. Я вчера полночи спать не мог, а людям смешно. Да. И сейчас еще смешнее будет. Слушайте, на самом деле действительно все правда, то, что говорит Вася, здесь вот нет... А что, а неужели человек не может... А вот ты поднял такую тему... А я не знаю, как быть. Да, а ты поднял такую тему, я а пока вот еще не придумал. Сердце мужчины может поместиться две любви? Не романа, а две любви. Ну, я не Любови. Знаю. Я не знаю. Все-таки я же по-честному выбирал. Мне тогда казалось, что не может. Поэтому я должен был выбрать что-то одно. А если бы ты знал, что может, то, может быть, ты бы так и любил обеих. Понимаешь, я слишком серьезно относился. Вот как-то не смешно просто к тому и к другому. И я точно не хотел обманывать. Я когда понял, что уже отношения развиваются очень серьезно, я подумал, что вот надо как-то... К тому и к другому действительно смешно звучит. И выбрал не то. Потому что та, которую я выбрал, теперь абсолютно счастлива с другим человеком.
Кстати, самое смешное, что это человек, с которым она счастлива. Вот если просто, кто знает, вот поставить нас рядом, это просто абсолютно разные люди. Да. Вась, вообще, Вась. То есть у нас нет вообще ничего общего, кроме нее. Вот, а та девушка, соответственно, она теперь счастлива с другим человеком. Ну, я просто его не знаю совсем. Вот. Я ее вчера встретил. Думаю, что я... Не, ребят, ну, я просто... ощущение, что Василий Уткин — это самый искренний человек, у которого брали интервью на телевидении. Аплодисменты ему, действительно. Я самый натуральный болван. Вася, огромное тебе спасибо. Спасибо тебе, выпивай коньяк. Самое глупое, что мы можем сейчас сказать. Вась, мы желаем тебе счастья. Вась, счастья. Но на самом деле... У тебя есть друзья. Вась, если что, спасибо тебе большое. Спасибо большое, Василию. Вася Уткин, ваши аплодисменты. Странное ощущение, знаешь, я мужчина среднего возраста. Ну. 37 лет вроде уже средний возраст. Угу. Знаешь, я вообще свой возраст, знаешь, когда осознал? Когда? Когда Зидан ушел из футбола. Причем ушел почему? Он ветеран, пора давать дорогу молодым. Ну да. А я же на год старше его. Я сразу понял, что я никогда в жизни не сыграю за сборную России по футболу. Нет, ну понятно, что я и раньше не особо рассчитывал. Uh-huh. Но мне представлялась такая картина, что вот поехали наши на чемпионат Европы, uh-huh. И все отравились. Вот так. Все. Нет, не все. У них в заявке 23 игрока, отравилось 13. И осталось 10. Uh-huh. И не хватает одного. Ну что делать? Хидинг как подходит к нашей скамейке и говорит, ребята, если кто-то когда-то играл в футбол, помогите, а то у нас, видите, какая проблема. И все сразу на меня. Ну а на кого? Ну правильно. Там нет, на скамейке сидят Карпин, Бесчастных, Мостовой. Они все ногу сломали. Поскользнулись, да. Сидит Кофтун. И уже даже начал подниматься, но Хидинг ему так, даже не думай. Прекрасно. В общем, я спускаюсь на поле, Хидинг меня отводит в сторонку и говорит, я верю в тебя, сынок. Еще каким-то футбольным секретом делится. Говорит, знаешь, на самом деле Пеле женщина. Ну и я бегу, окрыленный этим знанием. Но поначалу у меня не очень так получается, но на 89-й минуте мяч ко мне как-то так удачно отскакивает, я с полулета бью, он летит прямо в девятку. Все, гол, я срываю себе футболку сборной России, бегу к нашей скамейке, а там Хидинг курит такой косяк, ему из Голландии прислали. Говорит, и я с заменой угадал. А вот эта вот история, что мужчина и женщина – две половинки, и что нужно обязательно найти свою половинку. А если она, предположим, в Уругвае? Поэтому все женятся на ком? На одноклассницах, на сослуживицах, на тех, кто в доступе. А один, предположим, зарубился, решил найти свою половинку. За ним в институте однокурсница бегала, симпатичная причем, проигнорировал, но почувствовал, не она. И поплыл в кругосветное путешествие, ну, чтобы найти ту, единственную. И вот кораблекрушение, спаслись двое. Он и модель невероятной красоты. А еще умная, добрая, порядочная. Так, конечно, не бывает, но для рассказа нужно. И вот живут они полгода на острове. Она в него, естественно, влюбилась, а он в нее нет. Но вот чувствует, не она, не близка ему. Так и живут. Никак. Он только иногда с козами для здоровья. А с ней нет. Принципиально, но чтобы не изменять своей половинке. Наконец их спасают. Он так холодно с красавицей попрощался. Всего доброго. Козу чмокнул. Она ему, не уезжай. Вот. И поплыл в Уругвай, естественно. И в первом же портовом кабаке смотрит, лежит под столом красавица, горбунья, карлица. Лет 50, пьяная, естественно. Вот. И сердце ему еще так, она, твоя половинка. А он такой, да вижу, ужас-то какой. И это вот из-за нее он всем отказал.
С козами намучился. Не обижай. Собрал ее в рюкзачок, ну и увез с собой. Ну, судьба. Вот такая история, собственно. Да, мне кажется, что вот с половинками это какая-то разводка получается. Нет, ну, конечно, хотелось бы найти свою половинку, но в жизни бывает как? Вот ты влюбляешься иногда не потому, что встретил какую-то там невероятную женщину, а просто ты налился любовью, накопилось в тебе это, и ищет выхода. И вдруг она так мимо проходит, какая-то такая женщина, посмотрела на тебя, улыбнулась, а может быть и не улыбнулась, а так просто прошло, а тебе уже все равно, потому что ты налился уже любовью. И ты идешь к ней и выплескиваешь всю свою любовь. И все, ей уже деваться некуда, потому что любовь вокруг уже. Все, она увязла в этой любви. А дальше может произойти так. Вот она лилась, твоя любовь, лилась, лилась. И в какой-то момент закончилась. И вот, когда последняя капелька из тебя выходит любви, происходит так. Ты просыпаешься с утра, открываешь глаза. И так, о, Господи, женщина, вы кто такая? Вы почему в моей постели лежите? Ты чего? Я жена твоя, мать твоих детей. Не надо. Детей я знаю, люблю, помню, а вы какая-то другая. Подожди, вас же звали как-то. Как-то я... Как тебя зовут? Лена. Вот. А мою жену зовут... Я сейчас вспомню. А, Лена. А ты говоришь Лена. Подожди. Помнишь шрам на руке? Я еще на твою лыжную палку наткнулась. Ты меня на руках нес до больницы. Помнишь? Помню, нес. А родинку на щеке вот тут, помнишь? Любишь ее целовать, а? И ты смотришь, а там такое родимое пятно, огромное, расплывшееся. И понимаешь, она. И что делать? И дальше так. Если ты порядочный человек, ты остаешься в семье. А если честный, уходишь. Так, или наоборот. Да не, ну конечно остаешься. Квартира общая, дети выросли. Да не, остаешься. Ну да, да, остаешься. То есть все начиналось как брак по любви, а закончилось все как брак по расчету. Причем по довольно счету. А бывает же вообще брак по недоразумению, там, из неловкости. Вот пришел ты на вечеринку, какая-то девушка на тебя посмотрела. Ничего особенного. Но твои друзья тебе говорят, какая девушка, видишь, смотрит на тебя, симпатичная. Ты такой, да. Они говорят, да что ты смущаешься? А ты не смущаешься, она тебе просто не очень нравится. Но они думают, что ты смущаешься. И чтобы они не думали, что ты смущаешься, ты идешь к ней, приглашаешь на танец, танцуешь. Если танцуешь, неловко, надо что-то говорить. Говоришь. Провожать ее идешь. В подъезде еще она так, голову так еще как-то повернула, что неловко ее не поцеловать. Целуешь. Телефон у нее берешь. На следующий день неловко не позвонить, она же будет ждать, обидеться. И вот ты уже помогаешь ее родителям переезжать на дачу. И не бросишь ее. Перед родственниками ее неудобно. Особенно перед тетей Катей. Она тебе банку икры везла из Астрахани. На свадьбу? На свадьбу, да. И ты еще выпил на свадьбе. Сказал, что любишь ее. Ну как же, тебя все этого ждали. Неловко же сказать, что ты из неловкости. У меня, знаешь, бывает неловко перед вещью. Ух ты, расскажи. Да. Значит, вот купил ты свитер. Померил дома. Как-то он, ну, не идет. Положил в шкаф. Но ты же шкаф каждое утро открываешь, и вот он, свитер, лежит, смотрит на тебя укоризненно. Ты же за него деньги платил. Каждый день придумываешь какую-то причину, ну, чтобы его не одевать. Но потом все причины заканчиваются. И ты его одеваешь. И еще брюки одеваешь некрасивые, чтобы заодно отмучиться. Идешь на работу, а тебе говорят, а вот те важные люди, которые должны были завтра приехать, они сегодня приедут. Надо ехать с ними навстречу. И ты в этом всем едешь навстречу, а там еще девушка какая-то симпатичная. Ой. И ты перед переговорами решил рассказать эту историю про неловкость по поводу свитера. Ну, чтобы они посмеялись, и, может быть, кто-то скажет, да перестань, идет тебе свитер. Никто не сказал. И сидишь в этом всем. А он еще жаркий, ты потеешь, здесь колется. Вот такой вот. А еще в зеркало себя увидел, понял, коротковатый он какой-то. Ну, в общем, измучился весь. Пришел домой, сунул его в шкаф. Все, можно 3 недели не одевать. Прошло 3 недели. Потом еще неделю тянул. Но он же лежит, смотрит на тебя. Одел. Брюки одел красивые. Ну, чтобы компенсировать. Вышел, вызвал лифт, лифт пришел, метнулся обратно в квартиру, снял, сунул в шкаф и одел кофту, которая тебе нравится.
и сразу полегчало, потому что стало, как тебе хочется, а не как хочется свитеру. А потом отдал его тестю. Пусть, во-первых, порадуется старик, а пусть, во-вторых, помучается. Вот так. А вообще, многое на свете происходит из неловкости. Вот кто-то поднялся из окопа, да, и так, ура, и побежал куда-то. А ты думаешь, как-то, ну, не хочется тебе бежать. Ну, прям вот, ну, совсем, ну, стреляют. Холодно, стреляют, дождик идет, мокро, ну, прям вот, и страшно, ну, не хочется. И потом артподготовка идет, и знаешь, что сейчас придет командир и скомандует, ну, тогда все побежим сразу, ну, причем еще вопрос, в какую сторону бежать. А это так поднялся, ура! И ты так неловко тебе, решил его поддержать. Ну, ну ладно, ну ура, поднялся тоже, побежал за ним. Ну и что? А бежишь ты как-то неискренне, не весело. Ну, без души бежишь. Без души, да. И, естественно, тебя убивают. То есть что получается? Умер из неловкости. Камиль, как ни удивительно, это не самое страшное. Это так, умер и все. А тут прожил жизнь из неловкости. Я о том человеке, который смущался. Ну, он же мог на ту вечеринку не пойти. Или даже вот когда пришел... Мог с ней уйти, но неудобно, неловко, потому что его на эту вечеринку пригласил друг, которому он когда-то сделал одолжение. Этот друг увидел, что он скучает, ему стало неловко, он подвел его к этой девушке. То есть получается, что всю жизнь прожил даже не из своего чувства неловкости, а из чувства неловкости своего друга. Бред. Как же хреново быть интеллигентным человеком. Господа, встречайте, у нас в гостях Петр Налич. Опа! Петр Налич, встречайте! I have never been lonely. One man. Cause me so cool. Baby, you have a possibility played with me. Get chicken with me. Герой, тот самый. Здрасте. Здрасте, Петя. Здравствуйте. А, пойдемте поговорим с вами. Сначала говорить. Вообще, я считаю, Петь, на самом деле это страшное свинство. Мы 15 лет работаем, и постепенно как-то нас стали узнавать. А вы вот написали песню, поставили в интернет гитар, come to my budo, все, и все. Три минуты, и все. Ну что делать, что я могу сказать? Ну вот, извините.
Ну, вот ладно. Мы, собственно, и позвали вас для того, чтобы вы перед нами извинились. Кстати, до свидания. Да, нет, нет. Мы хотим публично сказать спасибо другу брата, который оставил машину «Копейку». Вот спасибо огромное. Если бы не друг брата и не его «Копейка», не было бы клипа. Я правильно понимаю? Ну, по крайней мере, в том виде, в котором он есть, наверное, не было бы. Петя, тогда такой вопрос. Вы женаты? Да. Ну да, после этого вопрос, счастливы ли вы в браке, там глупо, да, да. Задавать. Да, да. Да. Вот мы тут говорили насчет измен, не измен. Да, я слышал, я сидел. Вы слышали? Да, интересно да. вам это? Очень интересно, да. Так, сложно так. вам правду говорить? Нет, правду говорить всегда легко и приятно. Да, лгать. А лгать? Лгать тоже просто всегда. Тоже просто тоже лгать. Просто. Да. Да. Но я помню, как Булгаков сказал, правду говорить легко и приятно, а вот врать тоже просто. Легко и приятно, да. Тоже. А у вас, вот вы, я так понимаю, подходите к рубежу 30 лет, да? Или вы его перешли уже? Нет, подхожу пока. Подходите. А вот мы уже его перешли лет на 8. И где-то почему, вот... Почему, Лёш, тебе 37 лет, просто напоминаю. Ну, я... Не, ну 37 точно. Лет на 7 мы его перешли, слава, о. Он же за правду. Вот, и где-то к 30 и после 30 начинаются какие-то ломки. Начинается непонимание, вот тебя учили вот так хорошо, вот так плохо. А оказывается, что не все так. Ну, то есть тот самый кризис среднего возраста. Кризис среднего возраста. У вас не наступил еще? Мы его еще где-то в институте с моим другом пережили как-то планово. Мы решили, что... Мы знали, что он грозит, знали, что будет много всякого нехорошего с этим связано. И решили как-то собраться и пережить. И пережили его. Все. У нас его не будет, поэтому. Скажите, Петя, у вас есть какие-то проблемы в жизни? Есть, конечно. Какие? Не скажу, конечно. Мы их пережили, значит, так, с другом где-то. В седьмом классе. В седьмом классе мы решили взять, пережить ее в четвертой четверти все проблемы. Взяли и пережили. Проблема длины третьей четверти, собственно, да. Петя, вы четко помните этот водораздел, когда вы были непопулярны и сразу раз... Я всегда был популярен. А? Я всегда был популярен. С седьмого класса вы пережили, я помню. Нет, там просто было как бы... А вы, вот что послужило причиной, что вы стали сразу популярным? Рождение? Наверное, да. Да не знаю, чего говорить. Нет, я к чему спрашиваю. Просто, когда наступает популярность, наступают какие-то возможности. Вы женаты были до того, как стали популярны. Хотя вы стали популярны давным-давно. Но может быть, вы женились еще раньше? Я женился один раз, потом развелся, потом второй раз женился. А так вот, когда вы стали популярны, до того, как вы второй раз женились или после? Между. Между? Между, да. И поэтому женились? Я как не связывал эти два события, но, конечно... Нет, дело не в этом. Я просто говорю, что после того, как вы стали популярными, у вас открылись большие возможности, потому что у вас появились, я так понимаю, деньги, поклонницы, узнаваемость, статус какой-то вы обрели, уверенность в себе. На личной жизни это никак не сказалось? Да нет, потому что я женился на девушке, которую я знал со второго курса, поэтому, в общем, нет. Ну, никакой, не знаю, дополнительной уверенности в себе, наверное, не пришло. Нет, не пришло? Серьезно? Ну, не знаю, как-то трудно уже так сравнить. По-моему, нет. Леш, Слав, да. Мы тут между экспертами пообсуждали, а вы вообще завистливые. А я с самого начала сказал, что это свинство страшное. Нет, ну это действительно конечно. Очень обидно. Но как, и молодой того, парень талантливый, пишет прекрасные песни. Мы 15 лет договорились до того, что да? двигающим, очевидно, просто началом в работе квартета И является зависть к Петру Наличу. Да? Последние годы. Мы-то работаем всего 15 лет, а Петр уже популярен. О, сколько. Да, и слава богу. В общем, все наше творчество основано на Петре. А, Петя... Петр Налич Чайковский. Я хочу перевести, простите. То есть они хотят сказать, нам придется завидовать только одной песне, или появятся еще какие-то. Все, наверное. Или вы напишите кучу этих песен, все будут в интернете кликать только вас. Ну, недаром, Леша, все-таки про тебя сказали, что ты певец, актер и переводчик. Я не знаю. Ага, хорошо. А достаточно. Достаточно. Ребят, нормально. Давайте вопрос, он будет отвечать. Спасибо, не знаю. Смотрите, у вас же две жены, да? Было. Была одна, сейчас вторая, да? Вторая, да. А песня одна только, да? Не-не-не-не-не. Ну, а песен три у меня. Нет, Камиль, на самом деле у него много песен. Нет, я просто думал, вот такая одна, ну такая прям популярная. Супер популярная, наверное, пока. Просто вопрос, ну когда уже будете начинать заниматься творчеством?
Когда уже кончится этот бардак, в смысле? Очень завидуем просто, поэтому. Я не знаю. Не знаю. Вот, смотри, сегодня вечерком попробую. Петр, скажите, пожалуйста, скоро ли мы с вами будем петь дуэтом? Я вот сижу, честно говоря, секунды считаю уже. Да, я тоже, да. Дорогие друзья, Петр Налич и Алексей Кортнев. Дуэт! Леша Кортнева, у меня есть песни про Галю. Вот, и мы думали, как бы их сочинить. Соединить вместе. И мы их соединили. Петр, между прочим, употребляет слово «сочинить» именно в исконном слове. Правильно, именно «сочинить». Сочленить. Сочленить, да. Соподчинить. Вот, и мы их сочленили, и у нас получилась как бы песня от автора, лирическая часть, и короткая внутри ария главного героя, киллера. Песня, я буду играть киллера, вот, а Алексей, соответственно, будет рассказчиком. Ну, собственно, рассказывать историю, да. Ein, zwei, drei. Эй! Ой, да было дело, выбегала Галя на широкий двор. Кое-как надела джинсы, кофту, космы на пробор. Плакала луне о своей беде. Да луне-то что? Луна-то вон а где. Ой, гуляла Галя, запивала чипсы Миллером. Думала, крутила с фирмачом, а вышла с киллером. Ой, мокрые дела. В девятке два ствола, а она уже 100 дней как тяжела. Красная, как солнышко, надо мною засверкала золотом березонька. Без тебя я жил один, не верил, горюшка. Что ж ты сделала со мной, моя зазнобушка? Ой, Галя, Галя, моя бабушка сказала на двое. Раз, два, едва ли, не хочу уйти, да сильно надо мне. Давай, Юра! Выражу один по свету я. Плохо ем и мало сплю, один обедаю я. Обломала мою жизнь ты об коленочку. Ой, Галя, Галя, трудно жить в одиночку. Ой, Галя, Галя, моя бабушка сказала на двое. Раз, два, едва ли, не хочу идти, да и не надо мне. Если в окно на широкий двор. Кое-как надела джинсы, блузку, космос на пробор. Плакала луне о своей беде. Да луне-то что? Луна-то вон где. Да луне-то что? Луна-то вон а где. Да луне-то что? Луна-то вон а где.
Огромное спасибо. В общем, дорогие друзья, сейчас самое время сформулировать какую-то мораль, сделать какой-то вывод. Но все морали давным-давно сформулировал, проснись, дедушка Крылов, а вывод у нас делает генпрокуратура. Поэтому мы, как обычно, попрощаемся с вами народной мудростью. Если ваш бутерброд упал маслом вверх, то вы намазали его не с той стороны. Прощаемся, друзья. Господа, спасибо.